Салют, леди и джентльмены! Это Павел Терешковец и подкаст «Люди не меняются». Не, разумеется, в скобках, потому что подкаст этот именно о тех, кто резко изменил свою жизнь. Я знаю очень много людей, которые работают на нелюбимой работе, которые застряли в каких-то стрёмных отношениях, которые боятся переехать в новую страну, заняться чем-то новым и так далее по списку. Поэтому я решил найти тех, кто, несмотря ни на что, полностью поменял жизнь и узнать у них, почему они изменились, как они это сделали, с какими проблемами сталкивались и, главное, стоило ли овчинка выделки. Короче, с моими гостями мы пытаемся докопаться до истины и понять, как изменить свою жизнь к лучшему. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек, с которым мы познакомились при не менее интересных обстоятельствах. Это Юра Пузыревский, коуч НЛП, тренер и психолог. И обсудили мы с Юрой в этом выпуске все, что только можно было обсудить. Начиная от плюсов пандемии, а нашлись и такие, и заканчивая минусами медитации. Юра, кстати, даже рассказал о том, как ходить по раскаленным углям и как он излечился от болезни, которая нашей медициной считается, в общем-то, неизлечимой. Поговорили и об осознанности, и об отшельничестве, и даже о том, как отмазаться от штрафа за превышение, используя техники НЛП. И Естественно, выпуск получился довольно-таки длинный, но интересный, поэтому я специально ничего не вырезал, оставил все как есть. Поэтому приятного прослушивания. Юра, привет. Да, привет. Первое, что я хотел у тебя спросить, то, что я спрашиваю сейчас практически у всех, самый простой вопрос, мне кажется, он супер актуальным, потому что уже сколько, скоро будет как год, а, бушует а, пандемия коронавируса во всем мире, и а, в Беларуси уже четвертый месяц проходят протесты. В общем, в 2020 году достается человечеству очень, очень сильно, и в особенности белорусам, поэтому хочется у тебя спросить, как у тебя дела в это Неспокойное такое, нелегкое для всех нас время. Ну слушай, время непростое, время нелегкое, но, по-моему, все в целом хорошо. Ну, вот, лично у меня в, в целом все хорошо. Есть, конечно, есть вопросы, есть те, кого коснулся коронавирус, есть те, кого коснулась наша белорусская революция среди близкого окружения. Но, тем не менее, ну слушай, это такая реальная реальность, которую нужно принимать как есть. И в целом все отлично. Я могу сказать, что, наверное, даже может быть, я себя чувствую лучше, чем год назад. Вот если, смотря по каким критериям сравнивать, потому что сейчас уже в связи с коронавирусом пришлось адаптироваться к онлайн-жизни, пришлось адаптироваться к минимальным передвижениям по городу, и сейчас, сейчас, наверное, это уже вошло в привычку. Были периоды, ну могу сказать так, когда только начался коронавирус, там в апреле, когда начали закрывать границы с Россией, с другими странами. Это было непривычно, потому что были уже планы на поездки всевозможные. Это да. То же самое, наверное, с революцией, с нашей белорусской. Когда только это все случилось, было какое-то напряжение, непонятно, что делать, непонятно, как делать. Какая-то опаска, может быть, знаешь, там любой микроавтобус подъезжает, ты волнуешься, а вдруг тут что-то происходит, а ты не знал. Ну, а сейчас, наверное, уже тоже это вошло в привычку. Все-таки 4 месяца белорусы бастуют, и тоже какой-то выработан иммунитет. Ну, самые сложные периоды – это вот начало, ну, лично для меня это месяц, может быть, полтора уходит на адаптацию, а сейчас вполне себе. Ты упомянул, что чувствуешь себя, может быть, даже лучше, чем в прошлом году. И как ты думаешь, с чем это связано? Почему так происходит? Ну смотри, я привык испытывать, точнее не испытывать, а находить. Находить какие-то плюсы во всех ситуациях. Что произошло с моей деятельностью после того, как она ушла в онлайн? Первое время было тяжело адаптироваться, да, это такой сложный период. Но сейчас, когда все происходит через интернет, у меня, допустим, уходит намного меньше времени, в разы меньше времени на передвижение, на дороги, на встречи, потому что если раньше люди хотели и любили, более часто встречаться вживую, то сейчас люди совершенно без проблем встречаются в зуме. Даже проводим иногда неформальные зум-вечеринки, где каждый там, кто что берет, кто-то вино берет, кто-то чай, кто-то водичку. И знаешь, можно сидеть и так общаться. Ну, вот в этом плане, мне кажется, у меня высвободилось очень много времени свободного которая раньше уходила на перелеты, на дорогу, на автобусы, на поездки, ну да и даже на передвижение по городу. Я сейчас работаю только в онлайне и с клиентами только в онлайне, даже если этот человек живет в моем городе. Просто уже есть такая привычка, поэтому я чувствую себя более ресурсным в плане, в плане времени. Вот это вот прям очень круто. А расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, чем ты занимаешься? Ну смотри, у меня есть два основных, можно сказать, продукта. Это тренинги. Я обучаю технологиям коммуникации людей, нейролингвистическое программирование и коучинг. Все, что с этим связано. То есть, условно говоря, такая современная психология, я бы так сказал. И плюс я психолог и коуч. Я работаю в индивидуальном формате с людьми которые хотят достигать своих целей, имеют какие-то затруднения в этом. И вот этим я и занимаюсь целыми днями. Провожу То тренинги. Есть у тебя да. проходят какие-то курсы, ты проводишь тренинги онлайн, и все это ушло в такой удаленный формат, когда тебе, в принципе, не нужно ни с кем вживую встречаться. И вот интересно, повлияло ли это как-то на качество? может быть, твоих курсов или твоего общения с людьми? Заметил ли ты что-то а, в этом плане? Потому что, ну, как обычно считается, что живое общение заменить нельзя. А, есть некоторые моменты, которые могут быть заметны только а, с глазу на глаз. А, ты считываешь человека, то, как он сидит, а, то, как он на тебя смотрит. А вот в случае с интернет-общением ты какие-то такие штуки заметил? Ну вот сейчас давай прям прям по горячим следам начну отвечать на все твои вопросы. Качество продукта, оно не ухудшилось и не улучшилось. Оно осталось таким, потому что, смотри, раньше люди ценили больше офлайн, ну, то есть живой формат, и я думаю, что это на уровне некого предубеждения, что людям просто более привычно общаться вживую, людям более привычно видеть друг друга, людям более привычно даже там где-то друг до друга дотрагиваться, да, да. Вот такая нормальная ситуация. Когда все дело перешло в онлайн, причем когда границы закрылись и были карантинные меры, ну, в нашей стране не было по известным нам причинам, да, а в других странах это было, пришлось принимать эту реальность, что либо я учусь вот так, либо я вообще не учусь. И сижу дома, кушаю булки, отращиваю себе жиры, и все. И больше с этим ничего не происходит. И мне кажется, вот это предубеждение, оно несколько изменилось у людей. То есть, ну, оно как бы расшаталось. И многие люди, которые пришли ко мне работать в онлайн-формат, потом говорили в конце, что они не думали. Вот у меня курс был как раз, он длился 4 месяца. И как раз он начался с началом пандемии. И мне потом участники говорили: Ну вот, прям слова цитирую, я когда заходила на курс, я думала, что это все какая-то ерунда, в том плане, что я не смогу человека чувствовать, не смогу по человеку, человеку там что-то прочитать и так далее. А потом они адаптировались, и получилось так, что дали обратную связь, что о, да в целом же все нормально. Могу тебе сказать так, вот сейчас же мы, с, в принципе, с тобой тоже в онлайн сидим и общаемся, и я думаю, что все проходит достаточно окейно, Как по твоим ощущениям? По моим ощущениям точно так же. Да, вот, но мы друг друга не видим, но мы уже привыкли, и ну, я, в принципе, понимаю твое настроение, ты, в принципе, понимаешь мое настроение. То же самое в онлайне, когда ты видишь человека, да, вот платформа Zoom, в этом плане спасает очень хорошо, когда ты видишь человека и когда ты слышишь человека, в принципе, все то же самое, все то же самое. Ну, плюс, я тебе могу так сказать, у меня просто опыт онлайн-консультирования достаточно большой, я с 2014 года практически, ну, очень много, там, 70% индивидуальных консультаций их было, они были в онлайне. У меня есть такая привычка. Единственное, что, единственное, что как это повлияло лично на мой курс, он в в принципе был адаптирован под живое, да. Были упражнения, которые связаны там, где люди общались по двое, по трое в командах. И просто под этот формат пришлось все очень сильно переделывать, очень сильно переделывать. Ну то есть для меня это был такой серьезный стресс в плане, ну полезный такой рабочий стресс. А я думаю, что участники практически не заметили и для них проходит все очень даже, очень даже окей. Плюс, опять же, вот этого предубеждения, когда уже нету, что лучше в онлайне. Иногда же, когда человек сталкивается с луж... со сложностью, он находит какие-то для себя оправдания, почему у меня может не получиться. Да? И как раз-таки вот это предубеждение, что в онлайне сложнее или в онлайне невозможно. Я могу, сказать, я могу сказать так. В онлайне, конечно, сексом неудобно заниматься. Ну вот вообще, ощущения не те. Но если в плане обучения, то я думаю, что сейчас те тренеры, те преподаватели, которые горят своей профессией, они достаточно хорошо адаптируют все эти вещи к вот этому онлайн-вещанию. У меня там были некоторые вопросы, ну то есть у меня были прям телесные практики на курсе, когда человеку нужно было дотрагиваться до другого человека через интернет. Это, конечно, сложно сделать, но мы справились с этой задачей. Мы научились даже через интернет дотрагиваться. Ну, там, условно говоря. Так что, в принципе, в принципе это все вопрос, вопрос желания, насколько ты горишь этим всем и насколько ты готов где-то быть, ну, скажем так, Понимаешь, какой кризис, когда ты даешь там какое-то упражнение, и ты его вживую даешь очень феерично, очень классно, ты прям уверен на 150% в себе, а когда ты делаешь это первый раз и в онлайн формате, когда тебе нужно придумать, додумать, ну как бы прогнуться под реальность, и ты это делаешь не со 100% уверенностью, а там с 70%. Вот этот момент очень важно, на мой взгляд, самому себе сказать, я учусь я учусь, я пробую, у меня может с первого раза не получиться, так как у меня получалось это раньше в оффлайне, ну, вот такая вот история с этим переходом. Понял, а какие еще, может быть, ты плюсы видишь вот в этой всей истории сумасшедшей с коронавирусом, кроме того, что, ну, большинство бизнесов ушло в онлайн, да? кроме того что большинство каких-то ненужных дел отпали за ненадобностью не нужно так много передвигаться по городу а, а может быть а, знаешь смога в некоторых а, городах стало поменьше безусловно а, безусловно да как где-то читал что и Животные стали выходить на улицы некоторых городов, потому что они офигели, откуда такое затишье, когда была самоизоляция во многих странах. А в общем, какие ты плюсы, может быть, еще в этой всей ситуации видишь? Ну слушай, я вижу безусловный глобальный плюс и вижу безусловный глобальный тренд. Конечно, я сужу больше по своему окружению, но тем не менее, это то, что люди стали заботиться о своем здоровье. Это прям, прям очень важно люди любому чиху стали переживать и я не считаю, что это должно быть на уровне фанатизма, но раз в год там сдать анализы банально там все обычные и сходить к доктору, ну я считаю, что это в принципе на здоровье человечества влияет позитивно. Понятно, что да, сейчас больнички перегружены там и все такое, но вот этот вопрос он прям очень позитивно влияет. Плюс еще один, ты о нем немного уже упомянул, а говорил его, это то, что бизнесы переходят в онлайн и рождаются новые сервисы, всевозможные там доставки и вся вот эта вот история, все, что связано с онлайном, да, ведь по большому счету сейчас бизнес, который не имеет какого-то онлайн удаленного формата, он, наверное, где-то обречен. Понятно, что есть производства какие-то, которые онлайн не перенесешь. Но все, что касается сферы услуг, оно эволюционирует, и оно как бы и должно эволюционировать. И я замечаю такой тренд, что все становится несколько проще, меньше кликов надо делать, хотя это вроде как не тяжело. Ну, люди, начинают как-то упрощать. Упрощать вот эти вот сложные системы. Я там имею в виду и банковские всякие дела, и юридические. Но как-то оно все переходит в цифру, и на мой взгляд это очень, очень круто, когда у тебя нету огромных пачек документов. Да, если раньше у тебя там, условно говоря, был выбор делать в бумаге или делать в цифре, то сейчас все спокойно воспринимают цифровые документы и и окей, и круто. Ну, есть, конечно, минус, что там какое-то мошенничество периодически появляется. Но это такой вопрос, что оно всегда было. И я думаю, что мы вырабатываем иммунитет в этом плане тоже. Ну, вот глобальный тренд ⁇ это люди заботятся о своем здоровье. Ведь когда человек понимает, что он заразился коронавирусом, может умереть, а это действительно так, то... Ну, наверное, идет какое-то глобальное переосмысление. Конечно, многие люди, ну и я в том числе, стали набирать в весе. Я помню, первые месяцы ну, физической активности стало меньше. Да, я так набрал, килограмм 5 набрал. И сейчас, конечно, уже успешно я его сбросил этот лишний вес, но тем не менее. Насколько я понял, ты себя сейчас, несмотря на вот все, что ты сказал, чувствуешь очень даже спокойно несмотря на коронавирус, несмотря на протесты и прочее, прочее. Но вначале ты упомянул, что все-таки был какой-то стресс в связи с тем, что ты перестраивался да, на новый онлайн-формат, ты как-то пытался организовать свою деятельность так, чтобы тебе было, видимо, ну, как бы удобно, безо всяких проблем. И как ты справлялся с этим стрессом? И бывает ли у тебя сейчас какой-то стресс? Потому что но ну, первое, что пугает людей, в первую очередь, да, это неопределенность. Никто из нас уже в 2020 году не знает, что будет завтра. Это трудно предугадать, это практически невозможно сделать. Из-за этой неопределенности рождается какой-то страх. Ну а постоянный страх – это, естественно, стресс. Как с ним справляешься ты? Ну смотри, по поводу стресса я как раз таки очень часто сейчас меня приглашают на всевозможные, на всевозможные обучающие программы и часто с темой стресса. Стресс, интересная история. Интересная история она тем, что с одной стороны она, сам стресс, переживание, процесс стресса, он очень сильно влияет на наше здоровье, на нашу активность, с одной стороны. А с другой стороны, хорошая новость, да, что стресс, он возникает из-за того, как мы реагируем на какие-то ситуации. Поэтому ну, лично мне здесь помогает э, простая такая философская позиция. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет сегодня, я не знаю, как мне что сделать, но я знаю, что все будет хорошо. Так или иначе, я адаптируюсь. Плюс каждый человек, он должен приблизительно понимать свой Срок адаптации к новым условиям. Я, допустим, знаю, что у меня этот срок где-то месяц и 10 дней, вот почти полтора месяца. И я знаю, что если что-то меняется в моей реальности, ну, прям сильно меняется, да, там ощутимо. Там не то, что там одна книжка на другую полку переехала, а другая книжка на первую. Это еще не такой стресс. Хотя для кого-то это тоже может быть стрессом. Но когда... Я, допустим, работал в офисе, а дома отдыхал. Это одна среда обитания. А когда я переехал, ну, во-первых, отказался от офиса, перевез очень много всего домой и все это складировал, еще было непонятно, как что разместить, непонятно, как было, где это поставить, непонятно было, как организовать свой день. Испытывал стресс. Опять же, каждый человек должен знать. По исследованиям, опять же, по исследованиям адаптация вот к таким переменам, а переезд, новый образ жизни, там, ребенок появился в семье, это тоже стресс. Было два человека, появился третий, да, еще который орет постоянно, его нужно успокаивать, это тоже стресс. И доказано, что вот период стрессовой адаптации он может длиться от месяца до двух с половиной, ну, в зависимости от личностных особенностей. Я эту личностную особенность знаю. И поэтому я знаю, что если сейчас меня колбасит от того, что что-то изменилось в моей окружающей среде, то через полтора месяца это точно пройдет. То есть через полтора месяца я точно адаптируюсь. Ну и опять же, люди устают, но люди в большинстве своем, они сами себя накручивают. Вот как бы не парадоксально это звучало, многим людям хочется... Многим людям хочется некой стабильности, стабильной стабильности. Если почитать книгу «Антихрупкость», допустим, да, то читая эту книгу, я понял и для себя пришел к одной вещи, что стабильность – это вообще, в принципе, миф, придуманный человеком. Мы пытаемся создать эту стабильность, мы часто гонимся за этой стабильностью, но мы ее никогда не достигаем, потому что мир, он не статичен, мир, он развивается. Поэтому я думаю, что очень хорошо поможет и помогает мне просто привыкнуть к постоянным переменам. Вот просто принять, как данность, что будет все меняться. И мы не знаем, в какую сторону это будет меняться. Ну вот да, даже банально, я переехал из офиса домой работать, и тут началось. А супруга начинает где-то ходить, мешать, да, там стучать дверьми. Ну, понятно, что не специально, она там просто ходит, открывает, закрывает двери. Ну, это нормальные такие бытовые штуки, да где-то пол скрипнет, где-то еще что-то, да. Ну, просто к этому уже начинаешь, с одной стороны, привыкать, и плюс какие-то новые правила, допустим, дома в быту возникают. Вот у меня с женой есть договоренность такая, что когда я веду прямой эфир, или как сейчас мы с тобой заводим подкаст, если она дома, она об этом знает, то есть, ну, мы, конечно, не вешаем табличку на дверь, не беспокоить, но я просто об этом предупреждаю. Я говорю, мне нужна тишина. Постарайся, вот, если ты что-то делаешь, так как мы находимся все-таки в одном пространстве, квартира, да, даже если супруга сейчас будет находиться на кухне, если она будет там активно что-нибудь готовить, то, в принципе, микрофон может уловить этот звук. Ну, я ее прошу просто вот такие вещи не делать, когда я что-то записываю, когда я веду прямой эфир, либо я веду тренинг. И это тоже вопрос, во-первых, коммуникации, во-вторых, адаптации к новой реальности. Что ей в кайф? У нас раньше такого никогда не было. Вот до пандемии мы. У нас не было таких вот правил, да. Но она уважает мою профессию, она уважает мою работу, и ну, ей надо подстраиваться. Если она не будет подстраиваться, то будут конфликты. Ну или мне нужно, я не знаю, сбежать на балкон, на котором сейчас очень холодно, и сидеть там. Но там будет другой стресс. Там машины ездят, люди ходят, бабушки под балконом там могут обсуждать политическую ситуацию и всякое разное. Тоже к этому можно привыкать и адаптироваться. Поэтому вот такие вот вещи, они будут, наверное, постоянно. Или даже сейчас пример приведу. Так как все-таки сейчас много нахожусь дома, приходится дома что-то переделывать. Ну, я имею в виду по интерьеру, по этому самому, по дизайну, можно сказать, да. Вот сейчас я уже пришел к тому, что мне нужно поставить офисную перегородку и часть комнаты, в которой я нахожусь, отделить. Это строительные работы, да? Я понимаю, что эти строительные работы, несмотря к тому, несмотря на то, что они будут вроде как ведут к моей позитивной цели, они будут какое-то время там две недели, пока мне эти строители там приедут тут, все сделают, будут доставлять мне дискомфорт. Ну и нужно это просто принять. Мы от этого никуда не убежим. Ты знаешь, я вот э, тоже заметил, что стал заниматься домом стал заниматься тем, чтобы, ну, навести какой-то уют дома. Потому что обычно для этого просто банально не хватало времени, или, может быть, какой-то энергии. А сейчас ходишь каждый день в этих четырех стенах и, и думаешь о том, черт возьми, а надо сделать как-то вот, чтобы еще получше стало. А вот здесь можно полочку повесить, здесь еще что-нибудь. А, ну, и не я один, и у моего брата а, тот же самый заскок происходит. То есть люди начинают а, реально следить за своим жильем и как-то пытаться сделать так, чтобы в нем было приятнее находиться. Да, действительно. Ну, вот согласись, никто не хочет жить на свалке. Это, это первое, да, это то, что людей мотивирует делать уют у себя дома. Второй момент. Несмотря на то, что люди привыкли верить в миф, что нужна стабильность и хочется какой-то стабильности, люди все равно хотят, чтобы что-то менялось. Вот, вот даже вот на примере с вот домашними вот этими благоустройствами, ну, когда человек там, условно говоря, мужчина, давай вот рассмотрим мужчину среднестатистического, который много работает, сейчас не идет речь о какой-то дискриминации, девушки обычно чаще время дом проводят, особенно если они сидят с детьми, да. И обычно кто выступает инициатором ремонта, особенно если вот семья, мужчина-женщина и женщина в декрете, да, инициирует этот ремонт жена, потому что она фактически много времени находится дома. То же самое, что сейчас происходит, ну, мужчины стали это понимать, что я долго нахожусь в этом пространстве, и в этом пространстве мне должно быть хорошо, значит нужно что-то делать. Это тоже очень такой позитивный. Причем <coughs> я смотрел какую-то статистику по поисковым запросам и вообще по рынку строительных материалов. Когда начало, начался карантин, вот эта первая волна, то строительные материалы и строительная сфера очень сильно выросли. Ну, то есть люди стали больше, естественно, многие перешли на удаленку, люди стали больше проводить времени дома. Это, то есть прям вот тренд не то, что у меня, у тебя, у твоего знакомого, еще у кого-то, а это такой прям большой. И строительные магазины были как раз-таки в шоколаде в этом плане, потому что, ну, сидишь ты дома, у тебя есть пару часов времени, да, я какую-нибудь там полочку прибью, которую не мог прибить несколько лет, или лампочку кручу наконец-то в кладовке. Поэтому вот такая история. А вот интересно мне было бы также узнать твое мнение о том, как избавиться от ментальной жвачки так называемой. Да, Ты говорил о том, что люди, в особенности сейчас, и я, в принципе, по себе это знаю, очень... Любят себя накручивать, а я тот еще любитель подумать о чем-то плохом. И когда в голове уже разворачивается просто апокалипсис а началось все, э, там, грубо говоря, с неработающего крана, я не знаю, чего угодно. Как избавиться от этой жвачки? Потому что ты, э, как бы эти мысли идут по кругу, и с каждым кругом становится все темнее, мрачнее и так далее, пока ты не находишься вообще не. Не, не, в непонятно каком состоянии. И вот интересно было бы а, послушать, что ты думаешь по этому поводу. И, может, ты, у тебя есть какие-то методы, как от этого избавиться? Давай я начну издалека. Наверное, тоже может быть не всем сразу понятные вещи начну говорить. Во-первых, ты сказал э, типа у всех не помню, как ты выразился, ну, типа у многих людей, да. У многих, uh, наверное, да. Я сразу буду говорить, как НЛП тренер, да, я буду говорить, что карта не равна территории, не равна другим картам. Это не у всех так. Это первое, что нужно начать. С чего нужно начать? Uh, второе это то, что эти случаи участились, да. Но могу сказать, что скорее не случаи участились, а просто люди стали об этом больше говорить. Люди стали себя сильнее загонять и стали больше об этом говорить. Это второй момент. Ну а третий момент, как э, от этого избавляться? Во-первых, любому человеку рекомендую задать вопрос: а как ты туда попадаешь? Вот в эту ментальную жвачку. Ну, то есть опять же хорошая новость, что этим процессом мы управляем. Иногда нам кажется, что мы не управляем. Вот мы строим какие-то логические цепочки у себя в голове, э, но это же это же мы делаем сами. Понимаешь? Вот э, самое Ключевая идея в том, что мы сами направляем свои мысли, свой мыслительный процесс туда, куда мы хотим. Из разных мотиваций, из страха, из еще чего-то, из-за каких-то опасений. Но вот эти фильмы у себя в голове мы строим сами. Поэтому почему бы не быть режиссером самому, самому себе и не направлять свои мысли немножко в другом направлении? На первых порах может казаться, что это невозможно. Вот я сижу, я гружусь и загоняюсь, да, там сломался кран. Ой, а я могу не вызвать сантехника. Ага, если сантехник не приедет, придется делать самому. А если дел... начну делать сам, что-нибудь сломается, придется вызывать еще какого-нибудь супер сантехника. Там... Ну и так далее, да. Там, как ты говоришь, вплоть до атомного взрыва, может все произойти. Да, да, да. да. А... Ну, эту цепочку ты сам простраиваешь. И если ты эту цепочку будешь простраивать по-другому, да, это вопрос мыслительной стратегии, то ты не будешь заходить в этот круг. Иногда нам кажется, что кто-то вместо нас это делает. А на самом деле все это по нашему контролю. Вот если я тебе сейчас попрошу представить, не знаю, самолет, представь, получается? Вроде получается. Где ты был? В какой стране был? В Индии был? В Индии не был. А где ну, был? Ну, в, в Китае был. Допустим. Хорошо, отлично. Представь, что ты сел в самолет и прилетел в Китай. Так. Окей. Представь, что ты вышел из самолета, прошел таможенный контроль, и все, ты вот в Китае, в Гонконге, к примеру. Ты видишь другую культуру, другой мир, и это интересно. Допустим. Ну, не допустим, а тут то точно Китай очень интересная страна. Хорошо. Вот что сейчас происходило? Мы сейчас... Ты под моим контролем, условно говоря, по моим просьбам, даже не под контролем, а по моим просьбам, таким человеческим, строил вот эту цепочку. Точно так же происходит у тебя в голове в тот момент, когда ты строишь цепочку негативную, не позитивную, да? Ты имеешь какие-то прошлые представления о мире, о каких-то неудачах, там, может быть, пробовал ремонтировать кран, а не получилось, да? Знаешь, иногда мужчины так любят, я вот сам сделаю а потом понимают, да. что они не экспертны в этом вопросе, приходится там кого-то просить, либо долго этому учиться. Особо упертые люди учатся, а не очень упертые находят, как этот вопрос делегировать. Так вот сейчас ты строил вот эту цепочку по моим просьбам. То же самое, вот эти вот просьбы ты можешь у себя в голове выстраивать сам. Потому что мы почему-то привыкли, ну, не мы, многие люди привыкли, строить негативную картину и забывая о том, что можно строить ее, ну, не то что позитивную, а просто многовариативную, задавая, опять же, саму себе вопрос, а что если, а что если это будет окей, а что если будет классно. И здесь, здесь еще ключевой момент в том, что это как навык, вот у тебя есть, допустим, привычка бегать по утрам, а у кого-то ее нету. И тот, кто начинает эту привычку в себя встраивать, он первое время испытывает дискомфорт, ему непривычно бегать. И он даже может бросить это дело. То же самое с вот этой ментальной жвачкой, как ты ее назвал. Человек, который привык думать, ну, скажем так, вне самых лучших красках, он может этим управлять. Но единственное, что ему нужно сознательно тренировать и заставлять себя думать позитивно. А это будет получаться не сразу, как в примере с бегом, да? А через какое-то время привычка разобьется. Поэтому я вот всем искренне, я не буду сейчас уходить в какие-то глубокие психологические штуки, но даже банально то, что я сказал, этого будет достаточно любому человеку, я имею в виду здорового человека, чтобы он чтобы он сознательно мог переструктурировать свое мышление. Но требуется прилагать усилия. Месяц, полтора, два. Заставлять себя, заставлять себя думать позитивно. То есть ловишь себя на каких-то изначально негативных мыслях, важно именно словить себя на них, и, грубо говоря, заставляешь себя ну, подумать что-то хорошее и начинать думать в позитивном ключе и переставать думать вот всю эту ерунду. Да, совершенно верно. Просто сам процесс, вот ты говоришь, сам процесс, ну, выразимся твоими словами, ловить себя на мысли, это далеко не всегда просто привычная история. То есть, когда ты находишься в системе, когда ты это думаешь, ты можешь не замечать, что ты это думаешь. Ну, могу еще одну фишку дать. Можно себя больно щипать. Вот прям, не знаю, за бачок, за ягодицу самого себя. Вот словил себя, ну, это опять же классическая схема из бихевиоризма, когда ты ловишь себя на чем-то нехорошем в мыслях, ты просто себя больно щипаешь, но реально, чтобы ощутимо было. И ты как бы получаешь негативное подкрепление этому. И каждый раз, когда ты себя ловишь на этой мысли, нехорошей, тебе нужно себя больно ущипнуть. И потом в какой-то момент тебе, твоему организму будет уже э, не кайф. Э, не кайф, что его щипают, а он уже поймет, что его щипают из-за того, что э, он думает плохие мысли. И он перестанет думать плохие мысли. То есть можно и таким образом себя потренировать, можно таким образом себя подрессировать. Лично мне, допустим, очень сильно в свое время помогла медитация, суть которой, в принципе, и заключается в том, что ты должен обращать внимание на свои мысли, понимать то, о чем ты думаешь. И вначале это было очень тяжело, вот прям очень, потому что я сидел часами, и, ну, допустим, у меня была сессия медитации, скажем там, ну, час. Я через час встаю. И своей медитации, и я понимаю, что весь этот час я думал обо всем вообще, я думал обо всем на свете, и, может быть, только раза два-три споймал себя на мысли о том, что я действительно думаю. То есть это было очень тяжело, и там э, немного другая была технология, ну, не щипать себя там за ягодицы, а просто ручкой можно, допустим, на листике ставить точки. Вот как только ты себя споймал, на том, что ты стал о чем-то думать, ты ставишь эту точку. Еще, еще, еще. И эм, вырисовывается забавная такая картина, что поначалу у тебя этот листик, он практически остается пустым к концу твоей медитационной сессии. Когда ты уже немножко в этом деле поднаторел и эм, стал себя... Ну, как бы увереннее чувствовать в медитации, у тебя этих вдруг точек появляется очень много. И ты думаешь, черт возьми, вот я уже год занимаюсь медитацией, а этих точек только больше становится. Но это не говорит о том, что ты стал больше думать о чем-то ненужном во время медитации, а скорее говорит о том, что ты просто эти мысли стал замечать, которые раньше проходили мимо тебя. Совершенно а уже потом. Да, следующий уровень это опять этих точек становится все меньше и меньше и меньше, но только не потому, что ты уже не замечаешь свои мысли, а потому что ты все меньше думаешь о чем-то постороннем. Да, ты очень правильные вещи рассказываешь. Медитация на самом деле помогает. Медитация на самом деле очень помогает. Ведь по большому счету, что происходит во время медитации? Во время медитации человек погружается в транс. У нас есть три состояния, условно говоря. Это сон, бодрствование и транс. То вот в транс мы погружаемся во время бодрствования. И мы туда погружаемся. Это как защитная, защитная функция нашего организма. Погружаться в транс. Погружаться в транс, что это значит? Когда у тебя все внимание направлено вглубь себя. То есть вот наверняка ты встречал таких людей, которые... Вот они едут в метро, и они смотрят как будто в одну точку. И такое ощущение, что они вообще смотрят куда-то вот Далеко вдаль, да? как будто или он может даже на тебя смотреть, а как будто он смотрит вглубь тебя или да, через тебя. И вот это внешний признак транса. <с> это состояние нам дано для того, чтобы как раз-таки мы перерабатывали, структурировали, перевали, переваривали информацию и одновременно восстанавливались. Вот тоже очень важный процесс, и <с> медитация это сознательное погружение себя в транс. Ну, во всяком случае, в моем понимании, если не привязываться к каким-то духовным э, концепциям. Вот так. Есть очень много, я даже на своем курсе, ну, при практике обучаю нерелигиозной медитации, где люди знают процесс, есть методика, и люди сами себя погружают в транс. Это очень полезно делать. 20-10, э, кто-то больше делает. Но э, 10-20 минут в день такой осознанной медитации э, очень хорошо помогают. Во-первых, помогают твоему телу восстановиться. Во-вторых, помогает остановить вот этот мысленный поток. Да? Многие люди приходят с запросом, как мне остановить внутренний диалог. Да никак. Он все равно будет происходить. Считается, что гуру медитации могут полностью остановить внутренний диалог. Может быть, это и окей. Я уверен, что любой человек может это сделать. И я даже скажу так, я уверен, что любой человек это делает, просто пока еще не знает, как это делает. Потому что когда случается ну, скажем так, перегрузка сознания, когда уже у человека не хватает ресурсов, как, знаешь, как у компьютера оперативной памяти не хватает, и он начинает тормозить. То же самое с нашими мыслями происходит. Мы можем не иметь ресурса уже справляться с этой информацией. Тогда мы погружаемся вот в это трансвое состояние для того, чтобы восстановиться. Единственное, что могу сказать из негативного по поводу медитации – в целом, я считаю, что это очень круто, практиковать очень даже нужно. Я сам практикую, ну, не каждый день, но я просто умею это делать, я могу прямо сейчас, вот уже находясь с тобой в этом подкасте, погрузиться в транс и медитировать, сидеть, даже разговаривая с тобой. Ну, периодически я оттуда вылажу, потому что мне все-таки нужно выстраивать логические вещи. Единственное, что некоторые люди, которые увлекаются медитацией, ну я имею в виду, которые начинают увлекаться медитацией, они могут словить вот такую вот историю, что в этом состоянии находиться очень классно. И это не хорошо и не плохо. Но это может иногда повлиять не очень хорошо на жизнь. Потому что если в этом состоянии находиться классно, а вокруг тебя очень много хаоса, да, то из этого состояния выходить не хочется. Я знаю людей, которые там по 4-5 часов в день медитируют. Да? По моему убеждению, что достаточно и 20-30 минут в день для того, чтобы вот перезагрузиться, найти какие-то внутренние ответы на какие-то вопросы. Но некоторые люди начинают, ну, как. Ну, ты знаешь, можно даже сравнить их как с неким наркотиком. Это как способ ухода от реальности. Вот человек сидит, он сидит 5 часов и медитирует. Понятно, что он в этот момент там исцеляется заряжается и все хорошо но по факту по факту в этот момент он ничего не делает и его жизненная реальность она может не измениться я считаю что вот этот инструмент он хорош в совокупности с, с практическими действиями по улучшению своей жизни потому что многие люди ну ставят некую надежду на медитацию, что я вот сейчас начну медитировать, не знаю, там на здоровье, на деньги. Ну, давай на здоровье возьмем. Человек начнет медитировать на то, чтобы у него улучшалось здоровье. Но он перестанет ходить к врачу и будет по 5 часов в день медитировать. Я считаю, что это нехорошо. Я считаю, что в этот момент у него может развиться какое-нибудь заболевание, о котором он может даже не подозревать. Или там, я не знаю, начнет медитировать на деньги и перестанет ходить на работу. Это ну, тоже. Я просто почему об этом говорю? Что такие случаи есть. А в целом, к медитации очень хорошо отношусь. Ведь на самом деле человек себе медитацию может придумать. Опять же, поскольку я знаю, как это происходит, погружение, можно сказать, что все люди медитируют. Потому что когда ты читаешь интересную книгу или смотришь интересный фильм, который тебя погружает в себя, и ты начинаешь о чем-то думать прям таком серьезном, а может просто находишься в этом состоянии, то ты тоже медитируешь. Поэтому такая история, что главное не перемедитировать. Ну, Я пусть... думаю, важно э, отметить два пункта, что ни из какого инструмента, которым бы ты пользовался в жизни там, или для достижения каких-то целей, для, для чего угодно, для своего кайфа, чтобы это не превращалось в зависимость. И второе, что... Uh, ну, до сих пор я, по крайней мере, не сталкивался ни с каким uh, подобным инструментом, который представлял бы из себя некую панацею, что вот если я начну медитировать, это избавит меня от uh, всего негатива в моей жизни, я стану блаженным, uh, стану кайфовать круглые сутки и так далее. Важно, uh, ну, баланс, заезженное такое словечко, но оно, в принципе, отражает uh, то, как я пытаюсь подойти ко всему в жизни, чтобы по максимуму использовать все вместе, вот какие-то крутые инструменты я беру, я их потихоньку набираю, накапливаю, и тогда происходит синергия, да, один плюс один уже получается не два, а там десять, например. Да, безусловно. И это очень круто наблюдать за таким эффектом. Вот я об этом и говорю, что можно можно перегнуть палку, да. В любом случае, я считаю, что наши результаты, ну, даже не я считаю, а по большому счету это объективно, что наши результаты, они определяются действиями нашими, да. Вот то, что мы делаем, то и получается, да. Неважно, какой ты работой занимаешься, умственной, физической, ну вот даже касаемо каких-то умственных вещей, ну даже взять юриста. Юрист сидит, и пишет бумаги, читает документы, составляет договор, договоры какие-то, да, и э, но он же фактически берет там, не знаю, свои пальцы и начинает бить по клавиатуре, да, с определенной структурой, с определенным смыслом. Если он будет сидеть и читать, э, там, не знаю, какой-нибудь кодекс, его документ сам не напечатается. Поэтому ему так или иначе придется э, садиться и что-то печатать. А это уже действие. Вот как раз-таки без конкретных действий в нашей жизни мало что меняется. Или там, как модно сейчас, да, мы сейчас тоже об этом, наверное, поговорим, про книги, да. Но если ты будешь целыми днями сидеть в книге, и ты будешь знать много информации, это ничего не даст. А меняет положение вещей вообще в жизни, это только действие. Вот реально правильные, неправильные, но а многие люди, вот, к сожалению, могут засесть, изучая что-то новое, вот увлекшись, увлекшись, будь то медитация, будь то чтение книг, будь то, я не знаю, там, спорт или еще что-то, они могут увлечься и, как ты говоришь, находят в этом некую панацею, но эта панацея ошибочна, потому что в этот момент происходит та реальность, которая происходит, и, к сожалению, к сожалению, это ничего в жизни не меняет. Да, это все так. Вот мы с тобой разговаривали про медитацию, про транс. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что транс обязателен для того, чтобы пройти э, по раскаленным углям? Ну да, обязательно. Ну смотри, трансы, они бывают разные, да, трансовое состояние. Есть активный транс, есть направленный вглубь себя, есть внешне направленный. Как, допустим, ну есть такой феномен тоже, он называется боевой транс, когда человек воин на, на поле битвы, на сражение, он только видит цель, у него сужается, да, как такое тоннельное зрение становится, и он может не чувствовать боли, что-то не слышать там и так далее, он просто, вот это внешне направлено. Вот хождение по углям больше похоже на такой боевой транс, когда человека вводишь в это состояние, в активное, и он очень сильно разогрет, но одновременно он находится в трансе, и он не обращает внимания на свои ноги, он просто видит, э, ну, я же когда вожу по углям, э, я не, не возьму ни одного человека на тренинг с хождением по углям, у которого нет какой-то жизненной цели. Вот Прям вот, если... я, я, я сейчас на секундочку тебя перебью. Я просто для слушателей чтобы немножко задать контекст, почему я это упомянул. Вот читаю с твоего сайта автор собственных семинаров это про тебя речь идет один из которых Обрати силу, а, Обрати страх в силу, где участники проходят по дорожке из раскаленных углей с целью мобилизации внутренних ресурсов для достижения целей, как ты уже сказал. И один мой знакомый, кстати говоря, он ä, сам ходил по раскаленным углям, и когда он мне сказал, я сразу не поверил. Ä, и ä, произошло это с его слов на одном из семинаров Тони Робинса. Uh -huh. Вот. И, ä, ну, мне это было удивительно. Во-первых, я сейчас каждый день стою на гвоздях, раньше для меня это если бы я услышал или кто-то бы мне сказал, что э, я буду стоять на э, гвоздях, я бы просто не поверил. Да ну, это стрёмно, это больно, и это практически невозможно. Сейчас мне это уже кажется, ну, чем-то таким э, достаточно понятным и обыденным. Но про угли я до сих пор, короче, этого не могу понять. Как это пройтись по раскаленным углям и не получить ожоги какой-то там степени. Так вот, э, мне было интересно... Э, Зачем ты водишь людей по раскаленным углям? Сколько у тебя таких людей уже было? И вообще, как это работает? Ну смотри, первое э -э хождение по углям это такое одно из упражнений, да? Оно яркое. Ты читал на сайте про тренинг "Обрати страх в силу". Там прорабатываются много вопросов, в первую очередь психологических ставятся цели, человек начинает разбираться, а я вот это хочу, а для чего это хочу. Иногда люди от цели от своих отказываются, понимая, что они их там, не знаю, им ветром надуло или еще что-то. Там идет большая работа, идет большая работа, и там много упражнений психологических в первую очередь на то, чтобы ну, как бы разобраться в себе и разобраться со своими страхами. Ключевая задача тренинга, чтобы человек из мыслителя превратился в деятеля, да, то есть, чтобы э, столкнуть человека, условно говоря, с какой-то застоявшейся модели поведения, которая не приводит к желаемому результату, а человек чего-то хочет, и чтобы он мог. А, конечно, хождение по углям ⁇ это больше, оно очень яркое, шоу, как шоу, можно сказать, да, оно дает крутой эффект. Ну, представь вот человек. Делает что-то, на что он даже раньше не представлял, что он может быть способен. И когда человек проходит по дорожке из раскаленных углей, и с ним ничего не происходит. Кстати, ну, давай чуть-чуть позже расскажу еще и про ожоги. Ожоги все-таки иногда бывают по простым причинам. Угу. Сейчас объясню. То когда он прошел по дорожке из раскаленных углей, ну что для него еще может быть в жизни невозможным? Взять, сделать холодный звонок, кому-то позвонить, предложить свой товар или услугу, сделать предложение, не знаю, выйди за меня замуж или давай поженимся там и все такое. Ну понимаешь, вот здесь как, вот сам, сам ритуал, сам процесс хождения по углям, он как раз таки является такой очень большой, серьезной, сравнительной метафорой, Потому что, ну, я могу сказать, что пройти по, по, дорожке из раскаленных углей может при определенной подготовке. Определенная подготовка – это 30 минут физической подготовки прямо по месту, по факту. Может любой человек. И у меня даже ходил шестилетний парень по раскаленным углям. Единственное, единственное, что людям нужно Хорошую такую работу подготовительную проделать, я это делаю в процессе тренинга, чтобы они понимали, для чего они это делают. Просто пройтись по углям ради того, чтобы пройтись по углям, ну, как бы вообще... Я такого человека не беру, потому что, ну, вот он мешает, он реально мешает всему тренингу. А если человек знает, но ему просто чуть-чуть чего-то не хватает, какой-то энергии, какой-то мотивации, где-то может быть смелости, то, конечно, это очень хорошо поможет. Теперь давай по поводу ожогов очень коротко. Почему люди не обжигаются и почему иногда они могут обжигаться? Без, без всякой магии, эзотерики и всего такого. Есть физиология, да? У нас есть ступни, на которых кожа достаточно грубая. Это раз. Во-вторых, наша кожа – это что такое? Если вот представить как метафору целлофановый мешок ну, обычный пластиковый пакет прозрачный да его если наполнить водой и пробовать его прожечь зажигалкой то он не прогорает знаешь такое да да я mm -hmm. даже пробовал ну вот я хорошую метафору привел вот то же самое происходит в нас в нашем теле есть кровь жидкость да как вода в пакете и у нас есть кожа это как вот целлофан поэтому не происходит ожогов на потому что, во-первых, пройтись по углям, это не значит встать в них и там постоять 5 минут. Это разные вещи. И плюс еще состояние, особое состояние, когда ты просто идешь и идешь. Ожоги иногда бывают, когда человек ну, как бы не слушается инструкции, потому что на углях нельзя стоять, на них нужно идти. И нужно становиться полной стопой, чтобы ну, то есть плоскостью. Чем больше плоскость соприкосновения, тем меньше нагрузка идет. Это вот такие простые технические моменты, чтобы люди не боялись. Иногда бывают ожоги между пальцами, потому что может какой-то уголек просто застрять между пальцами. Ну, это редкий случай. Обычно после дорожки лежит мокрое полотенечко, чтобы человек мог стряхнуть. Стряхнуть, но стряхнуть вот эти вот, если что-то вдруг застрянет. Такие ожоги бывают, но, поверьте мне, оно того стоит. Оно того стоит, если тебе еще пару дней немножко позудит. Знаешь, позудит, но ну, и это... Обычно это работает в плюс, и... Ну, представь, ты прошел по углям, во-первых, у тебя очень много адреналина, у тебя ты понимаешь, что ты можешь практически все в этой жизни, а плюс, если у тебя еще немножко где-то там покалывает в ногах, это наоборот тебе напоминает, что вау, я это сделал. Я только что там, сегодня, вчера ходил по дорожке из раскаленных углей, и неужели я не могу подойти к человеку и с ним познакомиться? Неужели я не могу там не знаю, попросить прощения у кого-то, у кого я долго и хотел попросить? Неужели я не могу там, я не знаю, забрать свой долг? Ну, тут такой вопрос: он как раз-таки больше про некую мотивацию и решимость. Ну вот люди, которые приходят к тебе, скажем, пройти по раскаленным углям, я думаю, что это люди, которые ага, приходят с запросами на определенные перемены. То есть они уже, в принципе, с большего знают, чего хотят. И мне вспоминается вообще, как мы с тобой познакомились. Это было очень, скажем так, необычно, потому что я искал как раз что-то для себя новенькое, изучить, попробовать. И вот в интернете я нашел значит было написано NLP, если я не ошибаюсь, семинар какой-то или встреча да, что-то да. в этом роде, да. И я зарегистрировался и должен был в этот же вечер прийти. И вот мне звонит организатор днем и говорит, что вот мол, к сожалению, людей не набралось, поэтому мы перенесем это мероприятие. Но этим организатором оказался ты, конечно. И что, как бы удивило меня, это то, что мы с тобой Проговорили там полчаса или 45 минут, я уже точно не помню, и дошли вплоть до каких-то даже личных областей вроде болезней, вроде отношений с людьми и так далее. Мне было очень странно, как, как так получилось, что я вдруг с каким-то незнакомым совершенно человеком по телефону наш, нашел вот так вот общий язык, и мы так долго и интересно пообщались. Ну, Б это... был, была, была такая мысль, что так, ну, может быть, Юра на мне а, использует какие-то методы NLP, э, что <laughs> так получается. Ну, тут и да, и нет. Ну, знаешь, от профдеформации никто не застрахован. Когда ты обучаешь людей, по большому счету, технологиям эффективного общения, если ты сам не обладаешь этими технологиями, то ты, наверное, плохой тренер и занимаешься чем-то не тем, Да там, я не знаю, если ты водишь людей по углям, а сам не можешь пройти по раскаленным углям, то, наверное, к такому специалисту ну, не стоит обращаться. Или там, я не знаю, ты же не пойдешь к стоматологу, у которого гнилые зубы. Или там, не знаю, не пойдешь к семейному психологу, который 850 раз разведен уже там. и такие, Убил свою жену и это самое. Ну, опять же, такими специалистами люди становятся тоже по, по простой причине они просто хотят решить свою проблему но как бы экспериментальные образцы <laughs> они используют в виде экспериментальных образцов других людей а то что мы с тобой так мило пообщались ну это про деформация и я это всегда использую ну, понимаешь, тут вопрос же, что изучает НЛП? НЛП Изуча... изучает стратегии. Когда ты эти стратегии э, применяешь, когда ты эти стратегии э, используешь, они как бы в тебе работают как э, естественное, э, естественное твое проявление. И ну, за счет этого выстраивается такое доверительное отношение, доверительное общение. И, и окей, окей. В этом нет ни хорошего, ни плохого. Ну, есть, есть хорошие коммуникаторы, есть не очень. NLP помогает а, разобраться в том, как действуют хорошие коммуникаторы и научить тех, кто, скажем так, не очень уверенно себя чувствует в общении, научить вот этим вот стратегиям. В том числе NLP это изучает. Поэтому все достаточно просто. А какие самые большие мифы об НЛП ты слышал, с которыми ты сталкивался или видел, что люди совершенно не понимают, что это, или думают об НЛП, что-то совершенно неверное? Потому что я, когда в тот раз хотел попасть к тебе на НЛП-семинар, я, в принципе, тоже многого об этом не знал. Почему мне было интересно? Просто потому что у меня как-то у самого был опыт. Я Единственное, что я знал про НЛП, да, что это манипуляция. Вот У меня стоял знак «равно» между НЛП и манипуляциями. Я точно не знал, какие это манипуляции, для кого они нужны и так далее. Но вот у меня у самого был такой опыт, когда... Я еще, будучи студентом, сидел в кафешке, и занимался чем-то своим на ноутбуке, когда ко мне подсел мужчина цыганской внешности, ну это, конечно, не НЛП, понятно, да, но эм, манипуляция имела место быть, и он начал со мной разговаривать, задавать какие-то абстрактные вопросы, я даже не понимал о чем речь, и я почувствовал, что как будто я улетаю, реально было ощущение, просто теряю сознание, но не быстро, а как в замедленной съемке потихоньку темнеет в глазах. И, наверное, сработал какой-то у меня инстинкт самосохранения, что этого товарища послал далеко и надолго. И поэтому все закончилось благополучно. Что еще помню, что все свои какие-то ценные вещи я тут же автоматически стал почему-то складывать в рюкзак пока он что-то пытался от меня а, добиться. А, ну вот этим все и закончилось. И после этого мне стала интересно вообще тема манипуляции людьми, манипуляции а, сознанием и волей людей. И, но ну, видишь, не довелось мне побывать на твоем семинаре, и тем не менее мне было бы интересно узнать, вот с какими мифами про НЛП ты сталкивался, что люди думают об НЛП, в корне неправильно. Ну давай, буду опять издалека. У меня, видишь, такая привычка издалека все начинать. Что такое NLP? Нейролингвистическое программирование. Были такие основатели NLP, Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Их основная задача была, они задумывались о том, почему один человек из раза в раз может получать хороший результат, а другой не может. да. То есть они изучали стратегии. По большому счету NLP это попытка человека описать, как работает его психика. То есть этим занимались многие, там Фрейд, Юнг, Адлер, там, ну и все, 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 в принципе, психологические направления занимаются тем, чтобы объяснить и дать какой-то более-менее понятный шаблон, как же там у нас внутри, в нашей голове, что происходит и как это работает. Вот это очередная попытка. И почему я говорю, что это попытка, потому что попыток много, опять же, от тех же психологов, которых я уже перечислил, Каждый раз появляется что-то новое, какие-то теории более крепкие и достаточно рабочие, какие-то теории очень, там, скажем так, ветхие и они быстро уходят в прошлое. Вот НЛП это попытка одна из удачных попыток, которая объясняет, как же функционирует наш мозг. И давай немного расскажу о том примере, который ты рассказал, что мужчина начал с тобой общаться, и ты начал там убирать вещи и все такое. Что происходило? Он наводил на тебя транс, ну, наверное, с целью каких-то, не знаю, мы не знаем, какая у него цель была, но, может быть, с целью, там, не знаю, прибрать твои ценные вещи допустим, это так. Так вот NLP не обучает фактически этому, да, но NLP, допустим, вот в NLP очень много, скажем так, стратегий, и в том числе, вот на курсе я обучаю, как это происходит, вот как вот этот мужчина, за счет чего он тебя вводит в это состояние, то есть так называемый цыганский гипноз, как он происходит что происходит, почему так происходит, да, там, на основе наблюдений, психологии, э -э психофизиологических процессов. И ты уже изучив, допустим, НЛП, курс практики хотя бы, ты начинаешь понимать, как это происходит. То есть ты знаешь, как это сделать. Ну и, конечно же, как мы учимся? Мы учимся на практике, и мы учимся это делать. Поэтому многие люди могут считать, что НЛП вот самый, самый такой отъявленный миф, что НЛП – это секта и это зомбирование. Ну, это трэш на самом деле. Я не хочу тратить много времени на то, чтобы доказать обратное, потому что те люди, которые так говорят, они вообще очень далеки от психологии в целом, они очень далеки от технологии, и они, наверное, не знают, о чем говорят. Я вот так вот скажу, если говорят про НЛП, что это зомбирование. Uh -huh. То, что НЛП это манипуляции, опять же, люди к слову манипуляция приклеивают какое-то отрицательное значение, да. А манипуляция в коммуникации, да, в принципе, это когда один человек побуждает сделать другого что-то. Если вот убрать знаки положительные и отрицательные, то в принципе любая коммуникация – это манипуляция. Ну, допустим, вот если бы мы с тобой сидели рядом, да, и у нас на столе стоял чайничек с чаем, я бы тебя попросил, Павел, не мог бы ты мне налить чая? Это манипуляция? Ну, по большому счету, да, я же тебя прошу. И, может быть, даже ты в этот момент не хотел бы налить мне чая. Но из вежливости ты бы его налил. Ну, к примеру, вот самая примитивная ситуация. Можно ли расценить это как манипуляцию? Ну да, потому что я прошу тебя сделать что-то. И я даже не знаю, хочешь ты это сделать или не хочешь. Но даже то, что ты не потерпишь там большого урона, ну что там, руку протянуть, чай налить. Но тем не менее. И люди почему-то, э, вот в коммуникации есть э, такая такое понятие, как обратная связь, да, есть реакция, есть реакция, которую мы получаем на коммуникацию. И люди почему-то считают, что если реакция, скажем так, ну то, что ты сказал, когда человек что-то теряет, то он считает, что им сманипулировали, да, или когда он не хотел делать что-то. Ну, опять же, давай, я в своей книге тоже привожу пример. Вот маленький ребенок, который орет, плачет, рыдает. Мама берет и начинает его укачивать. Берет на руки и начинает его укачивать и успокаивать. Это же манипуляция тоже получается. Получается, что ребенок хочет орать. Ну, не знаю, там, может, хочет есть или там, не знаю, в туалет хочет, да, там бывают колики всякие в животе. А мама берет его и успокаивает. А он хочет орать. Он не хочет успокаиваться. Но она его успокаивает. Тоже получается манипуляция. Поэтому я к этому вопросу отношусь, опять же, тоже философски. Мне кажется, что любая коммуникация – это есть такая, такой, такая смесь взаимных манипуляций. Взаимных манипуляций. То есть, когда я тебе задаю вопрос, я хочу получить ответ. Когда ты мне задаешь вопрос, ты хочешь получить ответ. Ну и так далее. Когда мы делаем просьбы, это все, ну, условно говоря, манипуляция. Единственное, что есть Условно говоря, такая штука, как манипуляция, ее называют манипуляция во благо, как мама у укачивает ребенка, да, или есть манипуляция, когда кто-то один становится жертвой, а кто-то один победителем, как в твоем случае, когда там мужчина хотел, допустим, прибрать твои ценности. Разновидность очень простая. Uh, то есть либо два человека выигрывают, либо два человека. И это можно назвать таким скрытым управлением, то есть когда мы управляем беседой скрыто. Поэтому вот второй проц... ну, второй момент, <coughs> когда люди про НЛП говорят, что это манипуляции, uh, очень хорошо задаться вопросом, что такое не манипуляция и вопи... вообще что это... Ну, что это для тебя, вот что для тебя. И конечно НЛП показывает, НЛП uh, объясняет как выстроить лучше доверие. НЛП объясняет, как можно разорвать это доверие, чтобы человек сам не захотел, допустим, с тобой общаться. И ты просто становишься, когда ты понимаешь, какие процессы стоят за вот этим вот общением, и ты понимаешь, как этими процессами можно управлять, я считаю, что это круто. Потому что, ну и вот, наверное, из-за этого НЛП некоторые люди считают, что это манипуляции. Ну, я могу так сказать. Если они считают, что это манипуляции, пускай продолжают считать. Мы не будем их в этом разубеждать, потому что, ну, знаешь, есть, наверное, люди до сих пор, до сих пор, которые живут на Земле и считают, что Земля плоская, да, вот не круглая. И, наверное, их разубедить в этом невозможно. Ну, и не стоит, наверное, на это тратить время. То есть, если человек станет в это верить сам, то это окей. А если человек считает, что, ну, пускай тогда больше людей, которые не считают манипуляцию, приходят на мои курсы, я вот так вот скажу. Хорошо, а скажи, скажи, пожалуйста, могу ли я отмазаться от штрафа за превышение скорости, используя легальные техники НЛП? Давай так, я не знаю, что такое нелегальные техники НЛП. Ну, наверное, таких не существует. Да? Во-вторых, ты в любом человеке можешь в любом общении можешь распознать какие-то технологии. В НЛП просто многие паттерны наиболее эффективные, наиболее эффективные шаблоны общения, они просто описаны, и ты их можешь сознательно потренировать. Вот и, и вся соль на самом деле. Можешь ли ты отмазаться от штрафа? Я могу сказать так: ты можешь отмазаться от штрафа, а можешь не отмазаться. Но зная технологии NLP и пройдя, ну скажем так, практическую подготовку в безопасной среде, а на тренинге как раз-таки безопасная среда, где люди друг другу доверяют потренироваться друг на друге, то шанс твой отмазаться от штрафа, он значительно повышается. Ни один адекватный тебе, ну скажем так, тренер, науки, психолог не даст такого стопроцентного ответа. Вот тебе таблетка, на, выпей, и все, штрафа тебе больше никогда не получить. Или как некоторые там приходят обучаться, говорят, слушай, ну вот я сейчас пройду весь курс, я наконец женюсь, а я откуда знаю? Ну откуда я знаю, женишься ты или не женишься? Я, я, я же не знаю, ты пришел, может, на курс жениться, может, тебе надо вообще в другое место пойти, чтобы жениться, а не на курс прийти. Ну или там кто-нибудь, когда, знаешь, собираешь семинар, все равно проводишь некое интервью с участниками, кто, ну, кто-то там начинает задавать какие-то вопросы. Вы мне можете дать гарантию, что вот когда я пройду ваше обучение, я там перестану чего-то бояться? Нет, не могу, потому что в большей степени это зависит от человека. Поэтому, Паш, тут, конечно... Шанс повышается, ты начинаешь, ну, тут с практикой, тут с практикой, по я понял. Спорт. Лучше не нарушать, в общем. Сойдемся на этом, я думаю. Ну, я могу тебе сказать так, что мне это помогает везде во всем. Но у меня, наверное, НЛП это уже как образ жизни, стиль жизни. Потому что ну, я постоянно работаю с людьми, постоянно консультирую, постоянно провожу тренинги и постоянно уже использую эти стратегии. Ну, у меня часто бывает такое, что меня отпускает ГАИ, даже если я что-то нарушил. Иногда бывает даже как-то совестно, а может, пора уже и штраф заплатить. Но я не, это никак не является самоцелью. Понимаешь, моя задача помочь человеку измениться, а не это самое, заставить мир крутиться вокруг меня. Я знаю, что в конечном итоге все равно мир победит. Ты упомянул, что ты используешь НЛП в своей повседневной жизни, а как именно ты это делаешь? Может, есть какие-то примеры из твоего личного опыта? Потому что ну, до сих пор все, что мы с тобой обсуждали, оно звучит или может звучать достаточно абстрактно. И вот хотелось бы как-то все это конкретизировать и, может быть, все вышесказанное приземлить. Ну, давай, чтобы приземлить все это банально когда моя супруга не может уснуть а мне нужно самому уснуть она рядом ворочится я могу сделать так чтобы она быстро уснула причем без слов и без особых она даже не понимает что я делаю да есть такая подстройка подстройка на, на уровне дыхания это гипнотическая подстройка когда ты синхронизируешь дыхание и делаешь определенные проверки, ну то есть смотришь ведешь ты или не ведешь, ну допустим я вот синхронизировал дыхание со своей супругой, хорошо дышал с ней одновременно, и в какой-то момент я там могу позевать, если я чувствую, если я слышу, что через какое-то время она позевала, значит я уже окей, я вот уже в этой дыхательной коммуникации веду, да, это такие базовые штуки, и когда я понимаю, что мы очень хорошо синхронизированы, я могу начать замедлять свое дыхание и успокаивать его сознательно. И она вслед за мной начинает успокаиваться и засыпает. Вот такая простая фишка. Вот это один пример. Ну, допустим, что еще? То же самое очень хорошо работает с детьми. Дальше. По поводу общения. Ну, можно очень хорошо... Опять же, давай про семейную жизнь, наверное, буду рассказывать, потому что ну, это на более таких понятных примерах. Как сделать. Можно сделать просьбу одним способом, что эту просьбу никогда никто не выполнит. А можно сделать просьбу там, в формате гамбургера обратной связи, там, сказать человеку что-нибудь хорошее, а потом сказать человеку то, что ты от него хочешь, и закрыть это общей позитивной оценкой. Ну, допустим, Паш, я очень рад, что мы с тобой сейчас созвонились и ведем этот подкаст. Я вообще удивлен, как ты. Все-таки четко задаешь эти вопросы, что разговор просто льется рекой, и мне не приходится там долго думать. Это прям вот респект тебе. Было бы круто, чтобы ты чем можно быстрее эту запись распространил среди своих подписчиков, участников. Вообще я очень рад, что в принципе с тобой познакомился. Ну, понимаешь, что я сейчас делаю, да? То есть да, я, да. я сказал какой-то классный, причем привел какие-то факты, потом сделал просьбу незаметную о том, что было бы круто чтобы ты его побыстрее обработал и распространил, и потом я сказал, что в принципе в целом респект тебе, я рад, что мы с тобой познакомились. Можно сказать так, да, а можно сказать, паш, давай быстрее распространяй уже эту всю нашу историю. И твоя реакция, твоя реакция, ну вот где у тебя в мотивации больше в первом случае или во втором? Скорее всего в первом. Конечно, конечно, да. в первом, да. И вот эти вещи они очень маленькие, они очень простые, им легко обучиться, но если ты их внедряешь, ну внедряешь как образ жизни. Тут ты становишься человеком, к которому тянутся люди, с которым, с которым приятно общаться, чьи просьбы приятно выполнять. И ну, тут, конечно, вопрос там, манипуляция это или не манипуляция. Может быть и манипуляция, ну и что? Так, допустим, моя жена проходила курсы NLP практик два раза. Один раз, когда мы с ней познакомились, мы в одной группе учились, да? а второй раз она уже проходила мой авторский курс. И я кайфую. Я кайфую, потому что она может сказать, сделать мне просьбу так завуалированно, там, используя тот же вот инструмент Гамбургер обратной связи, либо какие-нибудь встраивают гипнотические мне команды. И когда она делает это классно, что я этого даже не замечаю, это круто. Это круто, потому что это получается такое, скажем, ну, ненасильственное общение, когда тебе хочется делать для человека то, что ты э, можешь сделать. И это классно. Вот моей супруге задают вопрос, как ты с ним живешь? Она говорит: классно. Потому что когда ты хорошо понимаешь, что происходит с человеком, или, допустим, если я вижу, что моя супруга, ну, даже по мета-сообщению, по невербалике, когда я вижу, что с ней что-то не так, я не буду ей говорить, что Ой, милая, я тебя так люблю. Ну зачем мне ей к ней лезть со своей любовью, со своей признательностью, если я вижу, что у нее там, я не знаю, чуть ли не э, атомный взрыв на работе. И улучшат это мои отношения? Нет, нет. Я лучше в этот момент, зная то, как это происходит, а знание науки как раз-таки дает понимание того, как и что может происходить с человеком. Я не буду делать лишних ошибок в общении, которые потом аукнутся мне чем-то нехорошим. Да? То есть, условно говоря, я могу лишний раз подлезть к ней в ненужную минуту, и у нее это может запечатлиться надолго. И потом уже не будет веской причины, а я просто буду ей говорить какие-то фразы, это корень в НЛП называется, которые будут вызывать у нее неприятное состояние. Когда я это знаю, я обезопасиваю, да, как это правильно выразиться, свои отношения от лишних каких-то напряжений. Это вот если в плане говорить взаимоотношений таких коммуникативных в семье. Вот как mm -hmm. это работает. Я понял. Я вот вспоминаю, как мы с тобой разговаривали перед записью, и ты упоминал, что НЛП, в частности, очень сильно повлияло на твою жизнь, и вот мне было бы интересно узнать вообще, сколько у тебя было больших перемен в твоей жизни, как ты менял свою жизнь, и как вообще с этой всей историей связан НЛП. Ну, больших перемен, наверное, в жизни каждого очень много. Могу так сказать, первая половина моей сознательной трудовой деятельности, она была связана с авторемонтом. То есть я занимался кузовным ремонтом, покраской автомобилей. И у меня были еще связаны параллельно с этими вещами бизнесы. Ну, можно так сказать, бизнесы. У меня был интернет-магазин, где мы торговали расходниками для кузовного ремонта и покраски. Ну, кстати сказать, ну, наверное, не самый успешный мой проект, но тем не менее, это было в жизни. Параллельно я учился. Параллельно я учился и не бросал свой технический вуз только лишь по той причине, по большому счету, что это было бесплатное обучение. Вот это меня держало очень сильно. И в какой-то момент времени я начал испытывать вот какую-то такую озадаченность о том, что, что будет со мной, когда мне будет 40 лет. Вот если я буду продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, так э, заниматься, то что будет со мной? И вот на фоне этих рассуждений, на самом деле, как я сейчас понимаю, было очень много, наверное, психологического такого стресса, непонимания, у меня развился псориаз, мне поставили прям диагноз, и было очень серьезные такие прям проявления этого псориаза: локти под коленями, на лице, на голове, на руках, на кистях, между пальцами очень много вот этих покраснений, которые постоянно чешутся. Пошел к врачу, сделали там анализы, ну сказали все, это псориаз. Самая обидная фраза была услышать от врача: ну не обидная, а такая вытрезвляющая я ее назову: что это неизлечимо. Вот когда я услышал, что это неизлечимо, вот это был тоже прям такой вот поворотный наверное, момент в моей жизни. И тогда еще сильнее стал задумываться: а что будет? Что будет, когда мне будет 40 лет? Вот, где я буду, кем я буду, с кем я буду, какой я буду. И приблизительно я мог оценить какую-то картину своей будущей жизни, понимая то, чем я занимаюсь. Это как раз-таки то, о чем мы говорили в начале нашего интервью, про стабильность, как человек стремится к стабильности. Я вот понимая эту стабильность, я понимал, к чему я приду. И вот та картина, которую я стал видеть, она мне стала очень сильно не нравиться. Вот прям колоссально не нравится. И в тот момент времени у меня уже была дочка, родилась. И в тот момент времени у меня уже был такой ну, достаточно серьезный бэкграунд в плане кузовного ремонта и покраски автомобиля. У меня был небольшой автосервис партнерский. То есть мы вместе там организовали такое вот предприятие. Да? И что происходило дальше, я понимаю, и болезнь. И вот представь, что и болезнь, и бизнес, и вроде как все хорошо, но все было не очень хорошо. Потому что я понимал, что вот с супругой я не очень готов дальше жить. Ну вот даже если так разобраться, может быть мы с моей супругой там 9 лет прожили вместе, вот у нас есть, ну с первой супругой, у нас есть общий ребенок, но мы вот как люди, как личности друг друга очень плохо знали. Могу сказать, что, наверное, даже уже после того, как мы развелись, наверное, мы лучше стали узнавать друг друга в плане каких-то... Вот таких общих вещей. В общем, для чего я это все начал рассказывать? В том, дело в том, что был такой переломный момент в жизни, когда ты понимаешь, что то, как ты хочешь дальше двигаться, не соответствует с тем, где ты сейчас находишься. То есть, если ты понимаешь, что ты будешь продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, то дальше. Это тебя не приведет к тому результату, которого ты хочешь. И в тот момент, ну, приблизительно в тот момент, одновременно там, у меня бизнес стал ломаться, и не без моего участия. И в тот момент у меня начал сыпаться бизнес, у меня начало сыпаться здоровье. И у меня, опять же, по моей инициативе начала сыпаться семья. То есть я понимал, что я вот хочу развестись, и все. И вот тогда был такой период прям серьезный. Прям серьезный. И опять же, это еще не про НЛП. <laughs> задал вопрос про НЛП. Я просто рассказываю предысторию, чтобы это было понятно. Я вообще, наверное, рассказывал о каких-то серьезных переменах в жизни. И тогда я принял решение: во-первых, развестись, во-вторых, э изменить род деятельности, хотя еще не знал, во что ее изменить. И тогда я принял еще одно очень важное решение, когда мне доктор сказал, что это псориаз, а мне было вообще не кайф. И он мне сказал, что это неизлечимо. Я принял еще одно решение, что я буду искать способы, как это можно излечить, как можно от этого избавиться. А вот этот вот момент, когда ты принял все эти решения, это был именно какой-то момент или все-таки это... Происходило на протяжении какого-то долгого, может, времени, и ты сомневался, принимал решение, а потом отказывался от него и так далее. Или вот ты вышел, скажем так, в солнечную погодку в парк, посмотрел э, на там одуванчик и понял, ну все, у меня нет другого выбора, с сегодняшнего дня я все полностью меняю. Нет, безусловно, это был определенный промежуток жизни, и это все, как говорится, копилось, зрело, и в какой-то момент просто взорвалось. Я могу сказать, ну это было полтора, может быть, два года. Во-первых, пока ты болеешь, ты очень много думаешь о всех этих вещах. И это было не то, что вот, все, я решил, завтра вышел, все изменился. Ну, такого не бывает, на мой взгляд. Мне кажется, все равно, так или иначе, ты медленно и уверенно к этому всему постепенно подходишь. То есть каждую сферу жизни анализируя и понимая, что вот здесь я хочу перемен, здесь я хочу перемен, здесь я хочу чего-то другого. И это было не в единый момент. Я просто сейчас подводя резюме некое, да, что говорю, что было очень три важных решения. То есть искать способы как вылечить свое, исправить состояние здоровья, как изменить свою личную жизнь и как изменить сферу сферу деятельности хотя не могу сказать что сфера деятельности меня сильно не устраивала, но хотелось чего-то большего хотелось чего-то другого опять же забегая обратно в прошлое сейчас я психолог да, Сейчас я занимаюсь вот тренингами и личными консультациями. На тот момент, когда я, допустим, поступал, получал свое первое образование, я просто не знал, что можно быть кем-то другим, кроме как инженером. Потому что у моего папы техническое образование, у моей мамы техническое образование. И там даже не то чтобы ну, мне никто не запрещал выбирать другую специальность, не вопрос. Но у меня даже в моей карте реальности не, не было понимания, что я могу быть кем-то другим. Ну вот так сложилось, да. И, ну как говорится, да, первое образование мы получаем, куда нас родители привели, а второе образование мы уже получаем осознанно. Так вот, когда у меня начались эти перемены большие, это был 12-13 год этого века уже, и я стал искать пути решения и стал много читать, вот тоже вот эти перемены, они привели меня к чтению, хотя в школе я не любил читать вовсе. Вот дальше я стал общаться больше с психологами, я стал интересоваться маркетингом. Почему? Потому что, ну, у меня был определенный опыт уже введение своего бизнеса, да, какое-то понимание. Я решил, что я попробую развиваться в консалтинге, да, в области маркетинга, помогал людям настраивать рекламу, то есть продумывать какие-то рекламные стратегии. Получал какие-то результаты, но было ощущение, что вот что-то не то. Вот все равно что-то не то. Вроде как интересно, деятельность принципиально другая, но вот все равно что-то не то. Дальше я просто познакомился с одним психологом, который мне очень хорошо помогал в плане осознания себя, понимания себя и, как сейчас я понимаю, проработать мне вот эту вот мою историю с псориазом, потому что это ну, болезнь по большому счету типа чисто психологическая считается. Ну, с одной стороны, там считается она наследственная, но с другой стороны, она считается ее проявление за счет наших реакций на всевозможные проявления нашей окружающей действительности. Вот. И все это было, опять же, это большой период времени, вот начиная, наверное, с 2012 года, и уже в 2014-2015 году я уже точно понимал, чем я хочу заниматься и что это будет. А сейчас поясню, как это происходило, потому что была такая интересная история, что тот психолог, с которым я работал, он нуждался в продвижении. И я вроде как это делать умел. И мы заключили такой контракт, как бы, что она мне помогает с моими психологическими проблемами, а я ей помогаю как бы, популяризироваться, я ей помогаю а, собирать тренинговые группы там, и все такое. Ну, все, что связано с организаторскими делами и маркетингом. И вот мы работали, и получалось, что я очень много проводил времени на всевозможных обучающих психологических семинарах, конференциях, ну и индивидуальных консультациях со мной в том числе. И дальше, дальше что я стал замечать? Дальше я стал замечать, что, в принципе, псориаз у меня прекратился, и он не проявляется уже вот 9 лет. 9 лет уже у меня нету этого всего. То есть у меня был период вот 25-26 лет, вот мой период жизни с 25 до 26, это было жесть просто. Целый год это был просто какие-то мази гормональные, какие-то еще что-то, и все это плохо помогало. Ну, наверное, когда уже было принято решение обо всех вот этих вещах, о которых я сказал, там и о сфере деятельности, и о личных отношениях, и о здоровье, когда уже были приняты решения, уже стала болезнь отходить и отпускать. Вот. И я, в принципе, начинал-то консультировать как Человек, помогающий людям бороться с психосоматическими всякими заболеваниями, потому что я сам это прошел, и у меня уже был такой, условно говоря, психологический опыт свой и наблюдение за другими, потому что я видел, как работают психологи, и что-то я понимал, что-то я умел. А делать. поясни, пожалуйста, что такое психосоматика для тех, кто не знает. Психосоматика это те болезни, которые имеют реальное проявление, но их причиной является не нарушение в физиологии, да, не нарушение в нашем организме, а, скажем так, нарушение какие-то в нашей психике. Сейчас еще более простыми словами объясню. Ну, допустим, вот есть человек, который страдает там хроническим танделитом или ангиной частой, да, он причина может быть естественная да там нарушение там слизистой бактерии какие-нибудь и так далее да это то что лечит доктор то что лечит врач но бывает такое что врач лечит и не вылечивает то тогда скорее всего там причина может быть психосоматическая психосоматическая зависит от нашей психики да, от того как мы воспринимаем ту или иную ситуацию и, и ангина может возникать очень часто из-за всевозможных обид вот маленькие дети, если обратить внимание, маленькие дети, когда не хотят ходить в школу, они как-то умеют резко заболеть. Причем реально с температурой, реально там, не знаю, с кашлем, с горлом или с чем-то еще. Вот это и есть психосоматика. То есть, когда человек, условно говоря, болеет, имеет симптомы заболеваний, не имея реальной причины. Получается, ты от псориаза излечился именно с помощью того, что ты изменил свою жизнь, изменил ее так, какой бы ты ее хотел в результате видеть? То есть, насколько я понял, ты развелся, ты поменял свою сферу деятельности. Да, и, наверное, просто стал себя более счастливым чувствовать. Ну и опять же, это был путь, это не то, что там прям в один момент, это было несколько лет жизни, и ну, безусловно, это еще и работа с психологом индивидуальная, когда ты прорабатываешь там свои какие-то крокозябры, какие-то обидки на родителей, какие-то там, не знаю, обидки на друзей, там еще что-то, ну, какие-то всякие вот такие вот истории. Ну, не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, ну, они у всех у нас есть, так или иначе. Все мы родом из детства, как говорится. Поэтому, да, и по большому счету считаю, что благодаря работе с психологом благодаря ощущению внутреннего какого-то баланса и счастья и понимания того что я двигаюсь туда куда хочу ну в том числе благодаря этому у меня нету каких-то проявлений я могу сказать что после того как у меня вот эти вот внешние признаки э, закончились и я уже и не обследовался ну потому что нету причины нет нужды то есть кожа идеальная, гладкая, красивая и никогда не скажешь, что что-то такое есть. Поэтому я сейчас с большой уверенностью чувствую себя прекрасно в этом плане и готов. А как ты считаешь из своего личного опыта, нужно ли сжигать мосты, если ты решил что-то поменять в своей жизни, или все-таки нужно сделать какую-то, может, подушку безопасности, или иметь отходные пути всегда? Или просто сжигаешь все и вперед? Давай я расскажу, как сделал я, какие получились у меня сложности. И давай я расскажу, какие я сделал из этого выводы. Сжигать мосты нужно, но в каком плане? Сжигать мосты это, я не знаю, там... Уволиться с одной работы и, и начать заниматься другим делом. Может быть, это ты имеешь в виду поджигать мосты. А с другой стороны, я считаю, что сжечь мост, можно его как бы сжечь в голове, когда ты твердо решаешь, что вот да, я буду в этом направлении развиваться. Вот когда я в какой-то момент жизни э, понял, что я стану заниматься психологией, э, то можно сказать, что я сжег мосты с бизнесом, связанным с техническими вещами, с авторемонтом и все так далее. Но я не могу сказать, что я прям сжег этот мост прям так, что вообще никогда в жизни я больше не смогу этим заняться. Во-первых, потому что мне и то, и, то, то занятие, и то занятие нравится, но просто сейчас я больше погружен в психологию, а если говорить про там, авторемонт, то я могу, по, там, не знаю, пойти, папе с радостью там что-то помочь и в этот момент там кайфануть да как хобби некое условное сейчас поясню что я имею в виду я имею в виду что когда тут же опять же у каждого человека своя стратегия но ну, как было у меня когда я принял решение что я буду заниматься психологией, на самом деле я его принял из это решение было из из множества факторов сложено во-первых, я понимал, что мне это, а, интересно, б, это дает мне пользу, то есть я начинаю себя чувствовать лучше, и в, а, у меня это получается. Знаешь, как э, икигай, да, делай то, что любят люди там, делай то, что, за что платят деньги, то, что нужно, а, и то, что у тебя получается. Ну, там такая, да, методология. И по большому счету вот здесь у меня пазлы сошлись, потому что я стал помогать друзьям и знакомым, и у меня стало получаться. И я стал понимать, что это мне дается очень легко. Ну, то есть, то, что я кому-то там дам какую-то помощь, какую-то, может быть, рекомендацию, что можно сделать, и я стал получать обратную связь, что это чуть ли не всю жизнь изменило. Ну, понимаешь, такую обратную связь ее тяжело проигнорировать. И опять же, почему я начал э, все-таки работать изначально с психосоматикой, именно уже как эксперт, я помог одной девушке, мы с ней по сей день сотрудничаем, это было в 2014 году. Она просто не то чтобы даже мне пожаловалась, она просто вскользь сказала, что я сегодня не могу много говорить, потому что у меня ужасная типа, ситуация с горлом. И я, глядя на нее, я просто, ну, как бы невербально, наверное, считал, увидел, что ну, я могу помочь я могу помочь, а во всяком случае могу попробовать. Я ей просто написал, сказал, слушай, давай попробуем, давай попробуем, я с тобой немного пообщаюсь, мы немного поработаем, обсудим несколько тем, и я думаю, что тебя попустит. Я думаю, что тебя попустит. Она целый год страдала ангиной, причем страдала очень странно. Она две недели, у нее была прям жесткая гнойная ангина, вплоть до того, что она разговаривать не могла. А потом, ну и она лечила ее антибиотиками, ну естественно, под наблюдением врачей. Потом на две недели у нее это все дело сходило, а потом она опять снова подымалась, да? И вот так целый год человек прожил. А мы с ней договорились, и мы с ней, вот как сейчас помню, в скайпе 20 минут общались. Я там позадавал ей какие-то вопросы, мы сделали одно упражнение, и... и она пропала. Она пропала на сутки где-то, а потом ночью, мне приходит сообщение с таким текстом. Ю, что ты наделал? Это что-то невозможное. Я, знаешь, так немножко напрягся. Я думаю, блин, во поработал психолог. Думаю, слушай, интересно, я думаю, может, там человек, мало ли, там, с ума сошел или еще что-то. Ну, знаешь, когда ты неопытный человек, ты, ну, неопытный эксперт, ты можешь всякое придумать, да? А потом следующее сообщение было, говорит, ты что-то такое сделал, что у меня все изменилось, у меня отпустило, я сейчас не принимаю лекарства, у меня отпустило горло, я чувствую очень много энергии, и, и сейчас ночью и я не знаю, как уснуть, я готова там делать 100-500 дел любых, и и вот это было прям вот отправно, ну знаешь, меня в этот момент как бы отпустило, я сначала напрягся, думал, мало ли, что я сделал, да, ну формулировка такая была, опять же, с ее стороны. Вот, и Потом мы с ней общались, и как раз-таки вот эта девушка, это был мой первый клиент, который заплатил мне деньги за мою консультацию. И это был, наверное, такой случай, когда я понял, что вот вау, это то, что я готов делать, то, что я готов, потому что мне это было очень легко. И вот сейчас она периодически ко мне обращается уже как к коучу, с другими вопросами, там, с жизненными целями. Вот она прямо сейчас у меня в таком, в коучинге находится, да. Коучинг – это когда 5 сессий тебя берут, там, 5-6 сессий в зависимости от цели. И вот сейчас как раз она в этом процессе. В общем, мы продолжаем общаться. Я периодически, когда мы там раз в год начинаем с ней работать, я в нее интересуюсь по поводу этой ангины. И ангина до сих пор не вернулась. И она до сих пор даже не болела ангиной. Ну, и это прямая психосоматика была. Вот, потому что, ну, вот лекарства не помогали. Понимаешь, тут еще вот какая история. У нас э, культура психологического консультирования очень сильно на зачаточном уровне находится, если сравнивать со странами Европы и Америки. А, ну, Америка, я имею в виду США, Канада, да. Потому что там есть понятие как личный врач, семейный врач, так и есть понятие семейный психолог, и там есть понимание, что пойти к психологу – это не равно, что ты псих, психически больной. У нас почему-то в обществе еще до сих пор есть такой стереотип, что если ты пошел к психологу, значит ты псих. А это вот вообще, это просто слова похожие. Да, ты знаешь, я когда ходил к психологу, мне часто знакомые говорили с пренебрежением и какой-то брезгливостью, мол, что у тебя нет друзей, с которыми поболтать можно. Ну, ну, в том -то друзья тоже и... самое, тебя выслушают и тебе все подскажут. Ну, э, и опять же, трудно было что-то им ответить, потому что ну, тут человека вряд ли переубедишь, пока он сам не придет на сессию и не, не поймет, что это на самом деле такое. Во-первых, у друга нет, скорее всего, образования психологического. А психологическое образование все-таки имеет место быть, потому что там люди и анатомию изучают, и психофизиологию, и нейропсихологию, и многие вещи, которые, ну, скажем так, не сильно связаны с психологией, но связаны, да, и медицинская психология есть, да, и социальная, и многое другое. Это очень важно. Во-вторых, психолог, во-первых, не дает советов, а... Друг будет давать советы. Психолог помогает приобрести ответственность, а с другом, скорее всего, будет идти процесс сбрасывания ответственности на ситуацию, на что-то другое. Это первое, да, это то, что я хотел сказать. А второе, то, что у нас отсутствует вот культура вот этого консультирования, и люди считают, что ты псих. Если ты ходишь к психологу. Психологи в первую очередь работают только со здоровыми людьми и ну, здоровыми психически. А если уже говорить о врачах, то это врач-психиатр либо психотерапевт. Это уже медицинская специальность, поэтому психолог, он, даже если понимает, что к нему пришел человек, у которого, ну, скажем так, есть психическое расстройство, расстройство какое-то, он просто должен его перенаправить к другому специалисту и психолог работает вот опять же нужно заметить психолог коуч практика НЛП работает со здоровыми людьми и это ну на самом деле наверное процесс эволюции развития потому что э, у нас вот не принято на западе принято иметь психолога и если у тебя есть какая-то жизненная проблема ты не знаешь как поступить у тебя есть что-то ну какие-то задачи да то ты идешь спокойно, консультируешься и улучшаешь свою жизнь. Ну, у нас пока по-другому, скажем так. Так вот, к чему я это все рассказывал? Когда я начал с этой, с этой девушкой поработал, это была отправная такая точка, я знал, что все, теперь я вот в этом направлении буду рыть, развиваться, поглощать информацию и так далее. И плюс второй еще был момент, еще когда я начал заниматься маркетингом, мне нужно было провести семинар, на тему маркетинга, и тогда а, я его провел и понял, что одновременно я получаю огромный кайф, когда я работаю с группой, то есть когда я выступаю публично, когда меня слушают, когда я что-то рассказываю, когда я в чем-то экспертен, и вот здесь пазлы сошлись на самом деле, психология и публичные выступления, ну кто это может быть, это может быть NLP тренер или, <laughs> или кто-то в этом роде, да, а тогда я провел первый семинар, и я после этого семинара просто не мог спать. То есть тоже столько энергии получил, и я понял, что буду вот развиваться в этом всем. Но дальше я-то помню твои вопросы, я просто на них постепенно отвечаю: да? как быть, там, быстро, сжигать мосты или не сжигать? Лично у меня была одна проблема серьезная проблема, когда, ну, условно говоря, меня тошнило уже от автобизнеса я там был, скажем так, на хорошем счету, у меня там легко зарабатывались деньги, там и связи, и все такое. А в новом бизнесе я никто, понимаешь, и в психологическом консультировании, плюс у меня еще даже тогда психологического образования не было, об этом несколько позже скажу. И у меня были серьезные проблемы с деньгами. Плюс у меня бизнес был, ну, условно говоря, ликвидирован долгами. Мне нужно было каким-то образом эти вопросы закрывать. И был такой тяжелый период жизни, где-то ну, на протяжении, наверное, полугода, может, даже несколько больше, когда были затруднения, вот реальные затруднения. Затруднения такой степени, что ты питаешься только макаронами и, там, не знаю, покупаешь в магазине макароны, масло и все. Но это того стоило, понимаешь? Когда ты отказываешься от чего-то, в моем случае так, если говорить о каких-то рекомендациях, то я думаю, что лучше всего, если говорить о переменах в жизни, таких радикальных переменах, как у меня там, условно говоря, там, из предпринимателя, который занимался автобизнесом, человек стал психологом, который занимается еще и публичными выступлениями. Это очень сильно разные две сферы жизни. Я бы порекомендовал человеку не переходить резко, а там два способа. Первое – это иметь некую подушку безопасности, когда ты можешь, условно говоря, обеспечить себе спокойное проживание, там, полгода-год, да, у тебя там есть накопления какие-то, ты можешь на эти накопления, пока ты еще не эксперт в какой-то области, и ты еще не научился зарабатывать деньги себе на существование, то вот эти вот вещи, подушка, она должна быть. Либо второй вариант, когда ты имеешь какую-то работу, какой-то заработок, ну, то есть Возьмем пирамиду масла, когда у тебя закрыты базовые твои потребности, там безопасность, еда и сон. Да? Вот эти вот первые базовые два уровня. Потому что если они не закрыты, то ни о каком творчестве быть не может. Ни о каком скажем так, развитие себя в новой профессии, это просто, ну, ты все равно находишься на уровне выживания. То есть нужно либо иметь подушку, либо иметь какой-то дополнительный заработок, иметь какую-то работу, может быть, не на полную ставку, но чтобы ты мог минимально жить. И плюс еще, ты должен быть к этому готов, потому что очень сильно мешает вот эта история. Uh, ну, сам понимаешь, когда ты занимаешься бизнесом, у тебя есть какой-то уже определенный уровень дохода. И у тебя есть уже определенный уровень привычки расходов. Когда ты uh, ходишь в магазин, ты не паришься о том, что тебе взять, не паришься о том, когда, какую тебе одежду купить, ну и так далее. Но когда у тебя вдруг резко заканчиваются деньги, ты начинаешь, ну, я имею в виду, вот прям на уровне uh, выживания, когда ты начинаешь uh, там рассчитывать очень детально. Как тебе протянуть там эту неделю? Это тоже от этого мало удовольствия. Ну здесь, наверное, нужно просто нужно просто подготовиться. Я тогда об этом в принципе даже и не думал, и, и мне было просто очень важно, чтобы я развивался. И знаешь, я тогда у меня, наверное, к, ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, у меня до этого не дошло, но у меня вот прям не получалось, не получалось зарабатывать. Потому что, ну, сам понимаешь, откуда не возьмись, вот появился человек, да, это как, не знаю, если я сейчас скажу, что я баллотируюсь в президенты, наверное, скажут, чувак, ты вообще кто такой, И вообще, мы тебя не знаем, ты откуда появился, да, когда ты, условно говоря, в каком-то, в какой-то новой среде ты начинаешь себя каким-то образом заявлять, позиционировать и так далее. Были разные мысли. Я даже хотел там пойти в такси подрабатывать, потому что, ну, есть же еще определенные там всякие обязательства, начиная от коммунальных платежей и заканчивая там помощью своему ребенку и так далее. Там, если уже про себя особо не думать, что вот эти вот процессы, их же нужно как-то обеспечивать. И я могу сказать, что я около года вообще не занимался ничем связанным с авторемонтом. И я прям вот жестко, как ты называешь, сжег мосты, наверное. Да? Но потом, когда я понимал, что не получается. Вот не получается так, чтобы себя обеспечить. Мне пришлось на какой-то период времени просто снова заниматься авторемонтом. Но это уже было такое занятие не для развития, а для поддержки штанов. То есть я еще полтора года, занимаясь авторемонтом, покраской автомобилей, я уже консультировал людей. Я уже проходил обучение. То есть, ну, опять же, втор... я пошел учиться на психолога, да, стал получать второе образование, и за это тоже нужно, естественно, платить. Ну и жить как-то надо. Поэтому вот еще полтора года я занимался параллельно. И это было, это было серьезным таким напряжением. То есть, у тебя нет времени на что. То есть, ты работаешь и занимаешься, развиваешься в другом направлении. То есть это такой, то есть тоже определенный путь, к которому нужно быть готовым. Но опять же, подготовиться по-разному можно, как говорится, или подушка безопасности, либо какая-то дополнительная работа. Подскажи, Юра, а есть ли какие-то у тебя, может быть, утренние или вечерние ритуалы, которые ты постоянно используешь, вот, скажем, в моем случае, да, это с утра медитация, это полчаса почитать какую-нибудь вдохновляющую литературу, вечером там отключаю гаджеты полностью за час до сна. А, тоже может быть медитация, там, чаек какой-нибудь, тоже книжечка. Ну, такие вещи, которые настраивают тебя либо на восстанавливающий такой целительный практически сон, либо на очень ресурсное состояние в течение всего дня. Может, у тебя есть какие-то такие фишечки? Да, фишки есть, безусловно. Но самая простая, на мой взгляд, фишка, которая работает у меня и будет работать, в принципе, наверное, у любого другого человека – когда ты знаешь свою цель, когда ты знаешь свою цель и к чему ты хочешь прийти, каждый вечер перед сном я уже лежу в постели, думаю об этой большой цели, думаю, ну опять же, с точки зрения НЛП, там есть особые способы представления этой цели, могу поделиться как лайфхак, представляйте себя диссоциировано, это значит, когда вы видите себя со стороны уже в этой цели. То есть ты не своими глазами видишь то, как это должно быть реализовано, а видишь себя в этой реализованной истории. Так я делаю каждый вечер перед сном, это говоря о каких-то глобальных вещах. А говоря, опять же, каждый вечер, ну это занимает, не знаю, 3-5, может 10 минут, когда лежишь, я просто у себя в голове простраиваю небольшой план, небольшое дело, небольшое дело, которое завтра, которое мне нужно сделать завтра, и оно меня будет немного приближать к моей какой-то большой цели. Поэтому вот я думаю об этом. Прям лежу вечером перед сном 3-5 минут, и это помогает как раз-таки сфокусироваться, сфокусироваться на том, чего ты хочешь, и не фокусироваться на мысленной жвачке, как ты говоришь, да, не думать о каких-то проблемах, просто вы выделяешь из своей реальности, из своих возможностей то, что ты можешь сделать. Вот, допустим, я сейчас активно веду видеоблог, да, и хочу добиться там определенного, определенной популярности там, по количеству подписчиков, да, к примеру, вот хочу, чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков, сейчас их там 2000, я думаю, как я могу к этому приблизиться, во-первых, я представляю эффект, как я сижу за компьютером и вижу себя там со спины, к примеру, я вижу, что у меня на экране там это цифра, это глобальное видение, это я так просто на примере, а второе, я представляю, что я могу завтра сделать для того, чтобы к этой цели приблизиться. Я, конечно же, могу придумать там и намечтать, что я завтра запишу 10 полезных видео, у меня там 10 полезных идей есть классных, но я понимаю свою реальность, да, я понимаю, как построен мой день. Я понимаю, что вот сегодня, если бы я вчера, вот как, как я вчера лежал и думал, что сегодня мы потратим с тобой время для того, чтобы записать подкаст. Плюс у меня там есть еще несколько клиентов. Вот мы с тобой закончим, и я буквально через полчаса, после того, как мы с тобой закончим, буду работать с клиентом. И я понимаю, что в принципе в этот день я не запишу 10 видео, хотя мне очень бы хотелось. Но я понимаю, что в этот день, допустим, помимо основных моих других дел, я потрачу некоторое количество времени для того, чтобы написать сценарий для видео. И я ставлю себе это как задачу. И вот это мне помогает. Вот мой такой ежедневный ритуал. То есть ты вечером какой-то дневник не ведешь, и ты просто все это продумываешь у себя в мыслях, в голове, то, чем ты будешь заниматься на следующий день. На самом деле, Паш, я тебе скажу так, что я... Очень много разных вещей практикую и практиковал и многое пробовал по поводу дневника. Я долгое время, наверное, полгода вел дневник успеха. Да? Когда ты что-то сделал, завершил какое-то действие и ты вот себе записал, поставил галочку, что ты молодец. Очень хорошая технология, она работает очень отлично. Но, опять же, мы же тренируемся и мы натренировываемся и сейчас, наверное, на данный этапе времени жизни моей, то я эти галочки умею себе ставить как бы в голове, да. А плюс к, ко всему, ну, есть разные способы и я их тоже попробовал на уровне ритуалов очень много. Есть такая Модель, как опять же я тебе рассказывал, гамбургер обратной связи. И этот гамбургер, что было хорошо, что можно улучшить и общая позитивная оценка, можно каждого, каждый вечер саму себе делать. Просто садишься на листе бумаги или там, не знаю, в любом гаджете, в заметках, написал, что было сделано сегодня хорошо, что я могу улучшить. Что, допустим, могу сделать еще лучше, или от чего, может быть, отказаться, и потом общую позитивную оценку самому себе. Я такие вещи тоже практиковал. И периодически я к ним возвращаюсь, когда я чувствую в этом потребности. Но вот на сегодняшний момент самый простой для меня ритуал, который я делаю каждый день уже много лет, это думаешь о глобальной цели или о глобальных целях и делаешь, планируешь какое-то одно минимальное действие, минимум одно минимальное действие, которое тебя будет приближать. Ну, естественно, на следующий день это минимальное действие стоит реализовать. Вот такой простой ритуал. Подскажи, мне также было бы интересно узнать, как ты справлялся со страхом публичных выступлений, если у тебя вообще был такой опыт, если тебе было страшно в первые разы, я помню себя, когда мы только начинали играть с группой, и первое выступление, я тогда играл на ударной установке, у меня просто выпадали из рук палочки, но ну, настолько я волновался. Да, расскажу тебе и расскажу для всех тех, кто планирует этим заниматься. Опять же, расскажу на своем примере. Когда было мое первое публичное выступление, я очень сильно боялся я сам собирал этот семинар. То есть у меня были ребята, которые мне помогали прозванивать людей и организовывать это все. И семинар был назначен на 7 часов вечера. На 7 часов вечера. И я пришел без, пяти... Ну, я пришел туда заранее, уже, наверное, было в 6.30. Без 5-7 не было людей. И это было страшно. Но это было не самое страшное. Самое страшное было, потому что я готовился к этому семинару. Я планировал, что придет человек 20. И я планировал, как я буду вести этот семинар. Это тоже было страшно. Видишь, два страха. С одной стороны, я вижу, что никого нет, и это страшно. Ну, вроде как облажался. С другой стороны, я понимаю, что если будет 20 человек то ну, в своих мыслях это тоже будет страшно, потому что я не знаю, как это делать, я это делаю первый раз, условно говоря, до этого я выступал только, не знаю, на защите диплома в политехническом университете, да, и этот момент страшный. Опять же, сейчас перехожу прямо к живому примеру. Проходит 5 минут, 7 часов. Я понимаю, что там пришел кто-то, там два человека, и нужно как бы начинать. А как начинать, я не знаю. Что начинать, я не знаю. Но самое главное не в этом. Я принимаю решение подождать еще 5 минут, и вот в эти 5 минут начинает происходить что-то невероятное. Начинает к этому офисному зданию съезжаться просто куча машин, причем машин разных пород и мастей, преимущественно такие премиум-класса. Я понимаю, что приходит человек 35, и это, во-первых, не то, на что я рассчитывал, и, и они очень резко начинают заполнять этот зал и начинают слушать меня. Так вот, подводя итог. Я это публичное выступление, конечно, я его запомнил на всю жизнь, и я его вел абсолютно неправильно, не по скрипту, не по программе, не когда я что-то объяснял, я стоял спиной к людям, рисуя какие-то схемы на флипчарте. Ну, понимаешь, вот все, что можно было нарушить в этом публичном выступлении, я, Ты нарушил, я да? нарушил, и мне было очень страшно, и я понимаю, что сейчас, как я ну, как психолог, да, я понимаю, почему я это все нарушил. И первые 15 минут это был не просто страх, это был парализующий страх. Когда ты просто не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь, как ты делаешь, и ты делаешь все неправильно. А, то есть, опять же, я повторюсь, там и спиной стоял к людям, там, ну и многие, многие, многие ошибки, которые можно было совершить, я совершил. Но через 15 минут пошел прорыв, отпустила. И это происходит сейчас, это волнение, оно тоже есть, безусловно, каждый раз перед любым публичным выступлением ты волнуешься. Ну, уже, во-первых, не так сильно волнуешься, во-вторых, Период этого волнения, если тогда он длился очень сильно и 15 минут, то сейчас он длится не так интенсивно и 3-5 минут. От этого страха, от него избавиться невозможно, это 100%. Он может только несколько уменьшиться, Почему так происходит? Потому что любое публичное выступление – это неизвестность. Особенно, если ты выступаешь перед аудиторией, перед теми людьми, с которыми ты впервые видишься. И этот страх, он сродни страху своей смерти, потому что ты не знаешь, что будет с тобой, ты не знаешь, как на тебя отреагируют, и ты не знаешь. И Каждый спикер знает, что от этого страха невозможно избавиться. И многие спикеры там уровня, не знаю, Радислава Гандапаса и многие другие, они говорят, что если этот страх пропадет, то, наверное, мне пора уходить из специальности. Даже помню, смотрел интервью Лева Би-2 и Шура Би-2, ну, группа Би-2, да. Тоже Лева рассказывал, что лет первых 10-15 он вообще когда пел, ну он же солист, на него же основное все внимание, что он вообще не смотрел в зал потому что было страшно, непонятно. И он, к моему удивлению, он тоже сказал, что если это волнение, этот страх пропадет, то, наверное, пора уходить из специальности. Поэтому с этим страхом, вот именно касающимся публичных выступлений, с ним, во-первых, невозможно побороться, во-вторых, не стоит тратить ресурсы. Есть определенные упражнения, которые помогают несколько снизить вот эту ответственность перед публичным выступлением, но Самое главное здесь знать, что он очень быстро пройдет. То есть пружина разожмется, и ты начнешь. Как только ты начнешь понимать, что ты в безопасности, что эти люди тебя не бьют, не забрасывают тебя помидорами, не говорят тебе, не кричат тебе «Уходи!», то это самое, страх этот проходит. Ты выстраиваешь коммуникацию, ты выстраиваешь вот это вот доверительное отношение, и тогда тебя подпускает, и оно уже идет нормально. Я тебе опять же по опыту скажу: когда я с одной и той же группой, ну допустим, вот тренинг, да, группа людей набирается, ты вроде как с ним их всех интервьюируешь, ты приблизительно как бы о них что-то знаешь, и ты приблизительно понимаешь, кто перед тобой. Но вот первый день выступления, он такой сложный, он волнительный на начальном этапе. На второй день, когда ты уже целый день проработал с этой группой людей, ты уже приблизительно понимаешь, что от кого ожидать, что от кого не ожидать, и на второй день это уже меньше. Поэтому вот если мы говорим о незнакомой аудитории, он будет присутствовать постоянно. Вот этот второй страх, который ты описываешь, первый, это, наверное, тот самый парализующий страх, да, когда ты не знал, что происходит, ты совершал все возможные ошибки, все делал не по правилам, а когда у меня из рук выпадали барабанные палочки, я тоже очень сильно волновался и тоже ничего не понимал, вот парализующий страх. А второй страх, он такой о котором все говорят, что если он исчезнет, то пора уходить. Он такой как бы мотивирующий, подстегивающий. Он, ну да, он... Это такой адреналинчик и классный. Вот в нем чувствуешь себя здорово. Да, он мобилизующий. Я бы его так назвал. То есть он как раз-таки мобилизует тебя быть в тонусе, быть на чеку, быть таким включенным. И я думаю, что я думаю, что если бы этого страха не присутствовало, то нам было бы скучно смотреть публичные выступления, потому что вот этот страх, он как раз-таки держит спикера в нужном тонусе в плане энергии. Ну, слушай, ну я волновался даже немного, когда мы с тобой начинали это интервью, и это тоже нормально, то есть при ä, любое волнение перед тем, что ä, тебе неизвестно, оно, во-первых, тебя бодрит и мобилизует, и просто... Нужно перестать с этим бороться, потому что люди думают, что они это поборят, и все будет хорошо, а это заблуждение. Они это не поборят, и если они перестанут это бороть, то как раз-таки все будет хорошо, потому что это наши защитные э, функции нашего организма. Они нам помогают скорее, чем мешают. Но некоторые люди настолько хотят э, сделать свою жизнь сладкой, приятной, э, безопасной, что ищут причины, чтобы не делать. И на самом деле э, немного грустно наблюдать за тем, как многие талантливые ребята э, именно не разобравшись с вот этой историей э, и желающие иметь, э, скажем так, такой какой-то гладкий путь, э, они бездействуют. Вот это вот эта проблема. Я как раз-таки мой коучинг, он по большому счету э, и нацелен на то, чтобы помочь и помогать людям преодолевать вот эти вот незначительные барьеры и опять же если говорить о каких-то рекомендациях и советах то новое дело его нужно начинать в моем понимании опять же сейчас по опыту говорю я уже ну вот с 2014 -го года я консультирую индивидуально это уже 6 лет а это уже ну поверит мне достаточно такой срок серьезный то я склоняюсь к тому что перемены их проще делать для некого внутреннего комфорта постепенно. Потому что, да, есть случаи, когда человек прям резко все изменил, резко все, и у него все получилось. Но это скорее исключение, чем правило. И основной моей задачей, вот сейчас у меня 4 человека в индивидуальном коучинге и очень похожие запросы. Все хотят перемен, все хотят изменений. Одна женщина хочет изменить профессию, другой парень хочет найти и понимать, в чем он хорош, и тоже, соответственно, изменить несколько образ жизни. Еще одна девушка хочет тоже просто прояснить свои цели, кто она больше домохозяйка или бизнесвумен, и куда ей лучше реализовываться. И опять же, вот если провести какую-то грань, то ну, очень обширно сказать об, об этих людях, только которых я сейчас перечислил. И, что мешает, это страх того что не получится страх того что не получится единственный способ это понять это попробовать и на самом деле мы сейчас живем в такой реальности где ты можешь попробовать все что угодно ну из того что ты хочешь в принципе на без особого ущерба для себя да? как ты говоришь вот если допустим молодой человек сейчас работает не знаю там юристом или бухгалтером кем угодно решил стать поэтом и решил писать стихи. да? Но вот он это любит делать, у него получается, он это хочет делать, но не делает. А не делает он это потому, что он боится облажаться. А, По-моему, Арнольд Шварценеггер сказал, что что отличает успешного человека от неуспешного, я могу ошибаться, может это и не Арнольд был. Но смысл высказывания в том, что... Что отличает успешного человека от неуспешного, ну, опять же, успех это понятие такое, да, достаточно абстрактное. Если говорить про какую-то, допустим, профессию, сферу деятельности, что человек, который преуспел, он просто уже э, много раз ошибся. И он просто идет в ошибку. Идет сознательно в ошибку, чтобы получить опыт и дать саму себе обратную связь, что можно делать по-другому. А многие люди хотят э, стать. Э, популярными, успешными с первого раза. Вот по щелчку. Такое бывает в жизни, но скорее в виде исключения. Да, смотри, в принципе, далеко ходить не нужно. Я на самом деле вот этот подкаст тоже чуть ли не год. Я все думал о нем и думал и думал о том, как его запустить. И не запускал, именно потому, что и боялся где-то лажануться, и еще какие-то страхи присутствовали, потому что для меня это совершенно какая-то новая деятельность. Но, в принципе, я с самого начала знала, что я это сделаю. Это был только вопрос времени, когда же я все-таки заставлю себя и начну этим заниматься. Поэтому про парализующий страх это тоже такая ну, знакомая мне достаточно идея. Да, и тут вопрос как раз-таки целеполагания, да, потому что когда мы себе ставим цель, мы себе рисуем некий идеальный результат нашей деятельности. Да? Что такое цель? Это представление человека о том, о результатах его деятельности. Да? И мы представляем себе хороший идеальный результат, но мы пропускаем вот этот путь, и как раз-таки за счет того, что мы хотим в короткий промежуток времени, условно говоря, прийти к желаемому результату, мы начинаем выстраивать планы, начинаем медитировать, начинаем изучать, обучаться, вместо того, чтобы приходить к каким-то конкретным деятель, действиям. Я, допустим, по себе могу сказать, да, вот развивая свой YouTube. У меня ну, то же самое про все происходило э, в точности, как и у тебя, да. Я мог начать, мог бросить. Но чем хорошо, когда ты развиваешь что-то такое, типа подкаста или YouTube, а ты когда смотришь результат своего, своей деятельности, ты очень быстро учишься. Ты очень быстро даешь себе обратную связь. Еще ты начинаешь быстрее учиться, когда тебе дают обратную связь другие люди. Вот ты дашь кому-то запись этого подкаста послушать, и тебе кто-то, как интервью, как человеку, который берет интервью, да, как ну, условно говоря, там журналисту, да, даст какую-то обратную связь, а ты мог бы где-то задавать такие то вопросы, такие-то вопросы. Ну, я не знаю, как это будет происходить, но, возможно, эти, те вещи, о которых я сейчас говорю, они не очень приятны, да, и это очень часто нас останавливает. Но одновременно с тем, что эти вещи не очень приятны, они очень полезны, потому что эти вещи помогают стать лучше. И, конечно же, всегда не очень комфортно слушать какие-то вещи о твоей непрофессиональности, да. Неприятно слушать вещи о том, что ты что-то делаешь неправильно. Иногда даже хочется таких людей послать или прекратить общение. Но ведь на самом деле вот, существует да, там всякий хейт в интернете. Хейтеры, если тебя цепляет этот хейт, то, скорее всего, ты осознаешь какое-то свое несовершенство. И ты можешь сделать два выбора, по большому счету. Ты можешь начать совершенствоваться, а можешь бросить это дело. И тут вопрос уже такого внутреннего решения. Можешь сделать настолько хорошо, чтобы уже никакой хейтер там не смог тебе что-то возразить. Да, я вообще к хейтерам, как-то стал очень спокойно относиться в последнее время. И мне порой, знаешь, даже как-то забавно их читать, если идут какие-то там обсуждения моих историй, рассказов, которые я выкладываю. Забавно со стороны все это наблюдать. Я вот у тебя на сайте, что еще прочитал, интересное про твою миссию. Зачитаю. Сделать как можно большее количество людей на русскоязычном пространстве осознанными, чтобы жить в таком обществе, в котором хочется расти, развиваться, строить бизнес, рожать детей, делать открытия и изобретения. Ну, во-первых, хочу сказать, что миссия похвальная и достойная. Mm. Мне было интересно, что значит для тебя осознанность? Что значит сделать людей осознанными? На самом деле осознанность такое понятие, оно, опять же, для каждого индивидуально, но то, что я закладываю в этот смысл, э, осознанность – это когда ты сам себя осознаешь. Осознанность – это когда ты сам себя знаешь. Когда ты знаешь свои... То есть здесь, во-первых, э, и адекватная самооценка, да, когда ты понимаешь, на что ты способен, на что, на что ты не способен. Это раз. А второй момент – это когда ты понимаешь, что любое твое поведение, оно зависит от тебя, и ты в силах это изменить. Потому что у нас есть очень много паттернов, убеждений, привычек, которые привиты нам из детства, как мы сейчас вот в этой реальности живем. Многие из нас, вот моего, твоего возраста, мы все-таки родом из Советского Союза, и нас воспитывали родители, которые были выращены на тех ценностях. И, конечно, эти ценности в нас очень сильно фонят. И когда ты понимаешь, что есть какие-то убеждения, которые действительно не соответствуют реальности, вот это для меня как раз-таки осознанность, когда человек может усомниться в каких-то своих убеждениях, верованиях, в представлении о себе, в представлении о мире и постараться воспринимать его не таким, как он его привык воспринимать, а таким, какой он есть, да. Это э, ключевая такая моя задача, и вот в этом плане я вижу слово осознанность. И опять же второй момент: э, любое изучение любого психологического направления помогает человеку стать более осознанным, да, то есть он лучше начинает понимать и разбираться, что движет им и что движет другими людьми, которые его окружают. Это тоже про осознанность. И еще моя ключевая вот такая миссия, наверное, идея, которая заставляет меня вставать с утра, я очень хочу, опять же, чтобы общество становилось таким, в котором кайфово жить, да, когда ты понимаешь, что мои ценности окей, твои ценности, да. Вот по Эрику Берну есть такая... Позиция, которая называется окейность. Я окей, ты окей. Даже если мои убеждения с твоими убеждениями, они не сходятся, то твои убеждения окей, и мои убеждения окей. И вот моя ключевая задача все-таки путем своих видео, путем своих тренингов, путем своих личных консультаций привести людей к осознанию того, что в этом мире все в принципе окей. Да? И то, что кто-то может с кем-то быть не согласен, это тоже окей. То есть вот здесь такая позиция, окейность во всем. Вот такая вот глобальная идея. И плюс, конечно, это все больше сводится к инструментам коммуникации. То есть если научить людей эффективно общаться, то они избегают большей части своих проблем. Потому что... Ну, мы живем в мире общения. Мало кто живет, не знаю, там, отшельником где-то и ни с кем не общается. Даже если кто-то живет, то, я думаю, он в этом процессе счастлив, да? Но когда мы начинаем общаться с другими людьми, ну, у нас происходит очень много недопонимания. Отсюда много стресса, отсюда много проблем, на самом деле, межличностных. А вот мы с тобой разговаривали эм, про когда созванивались до подкаста про период отшельничества. Да. Что это за такой период был в твоей жизни? Ну и тем более сейчас это тоже как никогда актуально, про отшельничество. По поясню и расскажу. Когда ты меняешь сферу деятельности, или вообще в принципе каким-то образом меняешь сильно свою жизнь, как было в моем случае, ну представь, что я был таким технарем-технарем, и родители у меня технари, и в принципе окружение у меня такое, то есть я производил, ну скажем так, фактический материальный продукт, да, там была машина поломанная, побитая, а тут она вдруг стала красивая, как новая. Это одно дело, и это всем понятно, всем понятно из моего окружения. И тут вдруг Юрий Пузыревский вот решает стать психологом, идет учиться в Минский педагогический университет, проходит множество курсов, начинает проводить какие-то тренинги. Ну, то есть, по большому счету, еще занимается консультациями и начинает производить нематериальный продукт и он становится для тех людей, которые привыкли его воспринимать, он становится уже непонятным. Вот я до сих пор, да, не могу объяснить моей маме и папе, в том числе, чем я занимаюсь, да, чем я. Потому что в их карте реальности это не... нечто непонятное. Так вот, про период отшельничества. И когда я решил, что я начну все-таки развиваться, твердо поставил себе цель и начал искать пути, как мне к этому приходить, люди стали меня не понимать. И когда, ну, знаешь, Привычный, обычный есть способ бытия, да, там в выходные ты сидишь на лавочке, с другом пьешь пиво, обсуждаешь что-то там, да, там, рассказываешь про машины это один образ жизни. И в какой-то момент, когда ты начинаешь заниматься чем-то другим, другими вещами, то ты понимаешь, что со теми людьми, с которыми ты имел близкие отношения, но они тебя не понимают, тебе с ними уже, к сожалению, не интересно. Да, и вот в моей жизни был такой период, он длился где-то около полугода, когда мне в какой-то момент уже стало неинтересно с теми людьми, которые меня раньше окружали, а те люди, с которыми мне интересно, ну, я как бы еще не успел зазнакомиться, где-то сблизиться. И был такой период в жизни, когда я и день рождения отмечал один, и Новый год справлял один. И я, в принципе, ну, не могу сказать, что я от этого прям получал кайф. И не могу сказать, что я от этого страдал. А получалась вот какая история, что и не то, чтобы меня кто-то, ну, никто никуда не звал. Да, мои родители меня звали, там, мои друзья предлагали, там, в гости прийти собраться, там, и все такое, и на Новый год, и на день рождения. Но я понимал, что я уже так не хочу уже я не хочу сидеть за столом там, выпивать какие-то спиртные напитки и обсуждать то, что обычно обсуждается. А, обсуждать какие-то вещи, которые вот такие вот базовые. И мне хотелось просто иметь окружение других людей. Но его, к сожалению, не было. И вот этот период у меня получилось полгода. Когда я практически ну вот жил в отшельничестве. Был такой псих-одиночка. Причем, знаешь, как было интересно. Многие люди которые, с которыми я достаточно тесно общался, когда я начал заниматься, так условно говоря, подсел на психологию, да, начал какие-то умные вещи говорить, какие-то философские мысли озвучивать, какие-то метафоры приводить. А многие люди начали крутить у виска, кто-то удалялся из соцсетей, там, кто-то просто не общался, а кто-то ну, просто нейтрально к этому относился. Ну, безусловно, есть разного уровня люди, друзья, и сейчас интересная такая вся история происходит, что вот сейчас уже много лет прошло, да, я с кем-то общаюсь, мне там знакомая, вот недавно начни, случай вспомню, пишет знакомая, говорит, Юра, ну ты там вот этим вот этим занимаешься, а у меня есть подруга, ей нужна помощь, чтобы ты с ней поработал, я дам твой контакт, все так, ну такое, знаешь, рекомендация, да. Ну, я сказал, да, окей, дай мой телефон и все такое. А потом это же моя знакомая мне пишет, говорит, Юр, ты меня, конечно, извини, но там пять лет назад, когда ты начал всем этим заниматься, я думала, что ты типа кукушкой поехал, и тебе нужно, там, не знаю, в психбольничке полежать, немного подлечиться. Ну, она искренне. Ну, я, конечно, это воспринимаю как, ну, спасибо ей за правду, и она имеет право на это. И, ну, ну, вот такая вот история, то есть, когда ты резко меняешься, многие люди могут подумать, что ты даже сошел с ума, или что ты делаешь что-то из ряда вон вы, выходящее, но потом, когда, знаешь, время прошло, и человек уже тебя воспринимает как эксперта, ну, вот, условно говоря, там 6 лет прошло, и <coughs> эта девушка понимает, что я не просто там, не знаю, с дуба упал, а действительно задался целью, изменил, освоил новую профессию, новую специальность, новый образ жизни и стал другим человеком. Ну, и она призналась, да, говорит, я думал, что ты, типа, сумасшедший. А сейчас понимаю, что ты на правильной волне. Юра, а вот какие три книги полностью перевернули твой мир, твое мировоззрение и вот, может быть, даже сделали тебя более осознанным, если приходишь что-нибудь в голову? Ну, я не могу сказать, что есть книги, которые прям очень сильно меняют жизнь и очень сильно переворачивают мир. А первая книга, о которой я скажу вот в контексте этого вопроса, это книга Энтони Робинса «Книга о власти над собой». Почему? Потому что, во-первых, она очень мотивирует. Во-вторых, Тони Робинс, он сам такой достаточно интересный персонаж, очень много у него было жизненных таких трансформаций, он их в этой книге описывает. Но это книга, книга которую нужно просто брать и действовать. Вот эта книга, она мне как раз-таки помогла фокусироваться на главных вещах. И, в принципе, я же NLP изучал и в 2000, в восьмом или девятом году, сейчас точно не вспомню, я начал просто изучать, там прошел несколько занятий и потом забросил. И вот как раз таки книга Энтони Робинса в том числе, она мне освежила мои знания, и благодаря этой книге я вернулся в НЛП, уже занимаясь психологией, уже занимаясь консультированием, и я решил, что я прям очень сильно... Ну, все ступени обязательно должен обучение пройти, и я очень сильно погружусь в эту тему. Поэтому для меня эта книга... Я ее всем рекомендую, не только тем... Во-первых, я ее рекомендую тем, кто начинает изучать НЛП, чтобы было понятно, что это и о чем это. Во-вторых, я эту книгу могу порекомендовать, потому что она действительно мотивирует и помогает сделать, помогает сделать какие-то шаги. Вот мне эта книга, я ее прям захлеб читал и, и не то что прям читал, а вот читал и применял, читал и применял, и это вот прям очень дало большое большое понимание. Вторая книга, ну наверное, вот сейчас скажу, вторая книга это "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивен Кови. То есть простые вещи, важные вещи. Которые тебе позволяют просто стать более эффективным человеком и двигаться к тому, чего ты хочешь. И, наверное, если говорить для, для перемен, для перемен очень полезно будет почитать Виктора Франкла: Скажи жизни, да. Психолог в концлагере книга называется. Она небольшая. Виктор Франкл это как раз-таки основатель логотерапии, это основатель да такого направление где ну то есть он пришел к выводу что очень на выживаемость на выживаемость очень сильно влияет наличие у человека некого смысла жизни и неких целей позитивных для него и ну, он находился в концлагере и наблюдал за тем как Почему одни люди умирают, заканчивают жизнь самоубийством, там болеют, и, и а другие выживают. Прям тоже очень интересно, очень книга такая, знаешь, вытрезвляющая, когда ее почитаешь. Вообще мне кажется очень полезным иногда не то что там думать о, о смерти с точки зрения того, чтобы там себя загнать в какое-нибудь ощущение страха, да. А очень полезно думать о том, что в какой-то момент времени ну, тебя не станет. В какой-то момент времени, не знаю, перестанет биться сердце, и просто ты куда-то уйдешь из этого мира. И у тебя есть определенный промежуток времени. Вот для меня, мне кажется, периодически там, раз в полгодика поразмышлять на эту тему очень важно, потому что это помогает... Тебе оценить свое направление, куда ты движешься, сравнить его со своими желаниями, чего ты хочешь, и понять вообще, насколько ты эффективен. И иногда избавиться от лишних действий на самом деле. Потому что когда ты понимаешь: Ну, опять же, какие лишние действия, ты можешь жен... ругаться с женой, а можешь просто подумать, что вот в какой-то момент времени меня может и не быть, да. И стоит ли сейчас тратить время для, то, для того, чтобы там, доказывать свою какую-то правоту, неправоту? Или, может, в этот момент нам лучше пойти там, заняться каким-нибудь хорошим, позитивным делом? Вот, потому что многие люди, находясь, скажем так, вот в этой агонии самоутверждения, они забывают о каких-то, наверное, более фундаментальных вещах. И если у человека есть желание оставить некий след в истории, то как раз таки думать о смерти периодически очень рекомендую. Ну, ты знаешь, я подпишусь, по крайней мере, под книгой Виктора Франкла, потому что я сам ее читал в очень тяжелый период своей жизни. И когда я ее прочел, я понял, что все, что все, что происходит у меня, это вообще полные цветочки. То есть и как-то заряжаешься какой-то энергией и понимаешь, что ну, если человек пережил такое, то то, что твои все проблемы, они решаемы вообще на раз-два. Да, это вот очень справедливо по, этой, по поводу этой книги. Она многим людям, многим людям помогла изменить жизнь. Именно ну, как изменить жизнь? Человек не прочитал книгу и стал богатым, а человек стал относиться к многим своим жизненным проблемам по-другому. А когда мы не зацикливаемся на каких-то проблемах, которые действительно того не стоят, то мы становимся более эффективными. Я сейчас смотрю, знаешь, на свою книжную полку. Если не хватает мотивации, есть одна такая книга, называется «Правило номер один. Никогда не быть номером два». Автор Дэн Мильштейн. Очень простая, легкая книга полна цитатами, очень коротко. Она про мотивацию. Ее прямо можно брать, открывать на любой странице, и там короткие рассказы из жизни этого человека. Этот человек, будучи 15-летним, переехала семья в Америку, он не знал языка, и там он рассказывает о том, как он учился и многое другое. А сейчас он, наверное, чуть ли не топовый этот самый хоккейный агент, он, короче, торгует хоккеистами, если так это назвать, и он рассказывает о своем пути к успеху, и там просто такие вот простые, банальные вещи, но мы о них забываем. Вот в рутине мы о них просто забываем, и вот эта книга, пусть будет четвертая еще, которую порекомендую, потому что она такая лайтовая, но имеет такой позитивный эффект. Я даже 12-летнему своему племяннику такую подарил, и он очень доволен. А есть ли какие-то вопросы, которые ты задаешь себе регулярно и которые, может быть, являются такими своеобразными калибровочными вопросами для тебя, которые заставляют тебя идти в правильном направлении, не сбиваться, скажем так, с истинного пути? Есть вопрос, но он не связан с тем, что ты спрашиваешь, которые меня помогают не сбиваться. Мне помогают не сбиваться вот эти вот как раз таки медитации перед сном. Но есть один вопрос, который помогает справляться с трудностями. Вот он очень крутой. С любыми трудностями, когда очень страшно, когда не очень страшно, вот либо в моменте публичного выступления, это такой, знаешь, такой парализующий страх, сиюминутный, или есть какая-нибудь там серьезная проблема, которая как снежный ком на тебя накатывает, да, ты понимаешь, что она приближается. У меня есть ключевой вопрос в любой такой ситуации. Когда я вижу, что наступает, извини за выражение, жопа какая-то в жизни моей, я задаю себе вопрос. Интересно, как я с этим справлюсь? Вот, понимаешь, и этим вопросом я прогружаю свое, получается, внимание не на проблему, а на интерес. То есть в жизни каждого человека в любом случае были какие-то передряги. Были они у каждого. И он так или иначе с ними справлялся. И вот этим вопросом я себя фокусирую на том, как раз-таки на будущем. Мне интересно понаблюдать за собой же самим, как за неким, скажем так, испытуемым. Как этот испытуемый может справиться с этой жизненной задачей. Вот такой у меня ключевой вопрос, который прямо вот реально очень круто помогает. Интересно, как я могу с этим справиться. Хороший. Даже вопрос. Не, не то, что как я могу, а интересно, как я с этим справлюсь. Как я с этим справлюсь, да. Ну таким образом, ты как бы немножко отстраняешься и начинаешь наблюдать э, снаружи за всем тем, что происходит. Поэтому, может быть, ты сильно не вовлекаешься, не начинаешь переживать излишне, а вместо этого э, что-то предпринимаешь какие-то практические действия. Ну да, ты здесь как бы даешь себе установку на то, чтобы посмотреть, каким образом ты будешь действовать, чтобы потом уже дать себе какую-то обратную связь. Ну, такой он хитрый вопрос, он прогружает в будущее и тебя настраивает на некое такое все-таки действенное взаимодействие с самим же собой. Вот еще один такой интересный вопрос. Я его э, подрезал у, Ти, у Тима Ферриса, и <laughs> он мне очень понравился. Когда ты думаешь о слове "успешный", кто приходит тебе на ум? Какой человек? Это может быть политик, актер, лыжник, хоккеист, кто угодно. Ну знаешь, когда ты мне задал этот вопрос, я тебе сразу могу сказать, что, допустим, это Энтони Робинс. Почему? потому что мои цели, они очень похожи с его целями. Но когда ты дал мне немного времени подумать, я думаю, что я буду говорить об успехе в каком-то в каком-то контексте определенном. Если сейчас я сфокусирован, допустим, на своих задачах, на своих целях профессиональных, карьерных, то для меня вот, допустим, Энтони Робинс, он прям, прям такой окей, показатель хорошей успешности. Арнольд Шварценеггер тоже э, мне импонирует просто как личность, потому что у меня есть его э, ну, книга с его биографией, да, «Невероятная история о себе», там что-то, не помню название, но суть не в этом. И когда узнаешь просто факты о человеке, нам-то кажется многим, что он стал популярным и стал много зарабатывать денег после там, «Терминаторов», после этих фееричных фильмов. Да? А на самом деле он пришел в киноиндустрию, уже будучи долларовым миллионером, он занимался недвижимостью. Это тоже интересные факты, которые просто как бы проходят мимо, и нам может что-то казаться. Если брать, допустим, спорт, то Хабиб, Хабиб Нурмагомедов, вот он меня, для меня это олицетворение такой уверенной скромности. Вот этот человек, он очень хорошо знает свои границы. Я просто смотрел, изучаю людей, да, я смотрел его интервью, и он никогда не дает себя обижать, но делает это очень аккуратно, скромно и тактично. Да, там, когда ему журналист задает какой-нибудь провокационный вопрос, он журналисту спрашивает, к примеру, какой последний бой вы смотрели, да? И журналист начинает... И он просто говорит, вот если вы в этом не разбираетесь, то давайте вы лучше не будете такой вопрос задавать. И это аккуратно, ну, это тактично, ну, на мой взгляд. Вот здесь я считаю, что вот в этом плане Хабиб очень крут. Наверное, я тебе так отвечу. В каждой сфере деятельности у каждого человека, ну, или во всяком случае у меня точно есть человек, который будет являться некой метафора, метафорой успеха. Если, допустим, подумать о сфере взаимоотношений, то... Ну, слушай, я даже, наверное, скажу, что это моя жена. Она как-то умеет строить взаимоотношения, и я даже в чем-то у нее этого, этому учусь. Ну, вот так отвечу на вопрос. У меня нету одного человека. У меня человек связан с какой-то определенной областью жизни. Да, понятно. А если бы ты просто представить, теоретически мог бы донести сегодня до 7 миллиардов людей какое-нибудь одно предложение или одну фразу? Что бы это было? Что бы ты хотел, чтобы люди услышали и не просто услышали, а к этому прислушались и может быть даже что-то в этом направлении сделали. Ну, давай. Фраза будет составлена из нескольких небольших отрывков. Первое. Ошибайтесь быстрее, не обращайте внимания ни на кого, и будьте смелыми. Ну, такой вот из трех частей месседж будет. Ошибайтесь Круто. быстрее, не обращайте внимания и будьте смелыми. Круто. Если какая-нибудь, может, практика или прием, которые могут дать э, нашим слушателям те, которые хотят измениться, те, которые хотят э, каких-то перемен в своей жизни, но может быть еще чего-то бояться, э, какой-нибудь прием или практика, которые могут дать им толчок к этим переменам и подстегнуть их окончательно, чтобы они сделали свой первый шаг. Прием простой. Представь себе, представь себя. Что ты это никогда не сделаешь, и у тебя заберут эту возможность. Вот это делать, да? Как, допустим, у человека, который пишет стихи и пишет их в стол, представь, что тебе запретили писать стихи, забрали у тебя ручку, сломали пальцы, не знаю, и тебе никогда в жизни больше, не знаю, какой-то межгалактический суд тебя присудил, что тебе запрещено это делать. Это первый толчок. Вот представь, что тебе это запрещено. И тут два варианта. Если тебя, если ты представляешь то, что тебе это запрещено, прям понимаешь, что начинаешь злиться и готов это делать, используя эту энергию на действие. А если ты действительно тебе это запретили и ты отказался от этой идеи, ну, запретили, типа, и фиг с ним, то, скорее всего, это не, был, не было твоей истинной целью и не было твоим истинным желанием. То есть, скорее всего, это что-то тебе... Ты придумал что-то себе такое, что не исходит изнутри из тебя. Поэтому вот это упражнение. Ну и второе упражнение – это представить цель с конца. То есть не думая о ресурсах, о возможностях, Просто представить, как будто ты уже эту цель достиг. Ты готов дальше двигаться или не готов? Вот когда ты представляешь, вот, вот это очень важно оценить реакцию своего тела. Когда... Вот я только хотел сказать, извини, что перебиваешь, что я представил, и у меня аж мурашки по, по коже побежали. Да, и вот эта вот реакция, какую очень важно отследить реакцию? Ты когда представляешь свою цель, если у тебя есть отклик в теле в виде мурашек, или отклик даже на уровне сознания, такой, что так, все, харе, слушать этот подкаст, нужно бежать и начинать это делать. Вот Не -не -не, это подкаст пускай слушают. Ну, потому что это часть твоей цели, я так понимаю. Да-да то это очень хороший сигнал к тому, что ты эту цель будешь достигать. Если же ты представляешь свою цель и отклика нету, подумай о другой цели вот, и не трать свое время. Сэкономим свое время, своих близких и свое психическое здоровье в том числе. Юра, спасибо тебе большое за такой очень обстоятельный, откровенный разговор. Мне было очень интересно с тобой пообщаться. Так долго мы с тобой еще не разговаривали. И это круто. Спасибо, что ты согласился записать этот подкаст. Может быть, есть что-то, что ты хочешь сказать в заключение, какие-нибудь пожелания нашим слушателям, которые хотят изменить свою жизнь? Ну, во-первых, спасибо тебе, Паша, что пригласил. Мне было это приятно. Ну, для меня это тоже сигнал того, что наверное, если ты меня приглашаешь в такой подкаст, то, наверное, я все-таки чего-то добился, и что-то у меня получилось. Да? Это, опять же, такая скромность. Ну, я просто держу себя в определенных рамках, чтобы сильно не улетать в эйфорию. Это раз. В, ну, держу себя в рамках по жизни. Не то, что там в твоем подкасте, а в принципе по жизни. Второе, что могу пожелать участникам, это те, кто слушает эту запись, обязательно если у вас есть мысли о том, что нужно что-то сделать, попробуйте это сделать. Попробуйте это сделать, и пускай не кардинально, не сжигая мосты, просто попробуйте. Ведь любимое дело, оно вас захлестнет. Если то, о чем ты думаешь, оно действительно про тебя, то когда ты будешь пробовать, ты поймешь вот эту энергию. Не попробовав, можно долго... Сидеть, думать, размышлять и даже страдать, что ты что-то не делаешь, маленькая попытка она лучше, чем любой подготовленный сценарий. Вот любая маленькая попытка, любое маленькое действие. А если ты уже получаешь обратную связь, ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, и ты даже получаешь удовольствие от того, от чего все люди не получают удовольствие. Да? то это сигнал к тому, что ты будешь это делать и стоит в этом направлении поразвиваться. Юра, спасибо тебе еще раз. Найти Юру можно на YouTube. Юрий Пузыревский, NLP-тренер. Обязательно зайдите на его сайт nlper.by. Там вся информация о том, чем Юра занимается. Есть также и список его курсов, на которые, кстати говоря, Юра, спасибо тебе большое, решил предоставить вам, дорогие друзья, 20% скидки на любые свои курсы. Еще раз повторюсь, для слушателей этого подкаста по промокоду люди не меняются 20, все одним словом, 20 цифрой. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что слушали нас. Не бойтесь меняться, потому что люди все-таки меняются. До следующего выпуска обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы этот выпуск не пропустить. Скоро услышимся. Пока.